добавился режим выживания. И в прошлый... Сейчас код устраивается на бумагу. Не могу не упомянуть, как кот скучал, кот страдал без нас, пока мы были в разъездах. Сложно описать словами. Вот. Этот режим выживания, затянул на целую трансляцию. И это минимум сразу. То есть там суть в чем, если вы вдруг пропустили. Основная история закончилась игры. И сейчас, именно во второй части, добавили режим выживания. Когда ты набираешь себе команду и в таком более-менее хардкорном режиме пытаешься пройти 40 битв друг за дружкой. Причем у тебя есть ограниченное количество записей, то есть 3 сейва у тебя есть. Правда, тебе дается за каждые 10 пройденных по одному сейву, то есть мне дали, или за каждые 5 по одному сейву. А персонажи, которые умирают, не возвращаются. Ты можешь только пополнить их из тех, кто не прокачан, из новеньких. Fox and Frog говорит: Михаил, спасибо за предложение для айфона, кайф, давно его ждал, спасибо. Хорошо, что заценили, спасибо разработчикам, в первую очередь. Это Локи, Ильдар и Виктор, которые за там, 1,5 месяца с нуля сделали такую классную приложуху. Не забудьте поставить хорошую оценку и... Ну и пользуйтесь на здоровье. Режим выживания. На чем мы остановились? 19-й. Да. Вам предстоит пройти 40 битв. Одно за другой уже музыка начинает меня вводить в такой боевой режим. Время каждого хода ограничено. Герой, не успевший сделать ход, умирает. Не умирает, а пропускает ход. Порядок ходов фиксированный. Поэтому, когда вы убиваете врага, два ваших героя ходят подряд. Но то же самое делают и враги. Каждая победа приносит вам очки славы, позволяющие повысить ветеранов и разблокировать новых героев. Умирая, враги оставляют на поле боя случайные предметы, которые вы можете забрать в качестве трофеев. Вы можете заново пройти бой не более 3 раз. Так что выкладывайтесь по полной. Продержитесь до конца и станьте легендой. Так, у меня же где-то продолжить. Вот. У меня высокая сложность, 19 боев. Я, правда, уже начинал заново после первого же боя. Не прошел первый бой и начал заново. Ну, потому что там не понял, что там ограничение по ходам, там что-то перезагрузку сделал, кого-то потерял сразу. Ерунда. Вот он. Тени гор, где жуткий холод измерялся тем, насколько быстро замерзнет слеза. Никто не хотел драться в том бою, но только там можно было согреться. Привет, Липсум. Была бы шляпа, я бы снял. Одни несколько героев погибли, погибшие воины. Да. Мы же я напомню, в 18 и 19 бою мы с вами, или даже 17 тоже, мы 3 с вами боя подряд сливаем людей с ненужными предметами. Уже ощутили силу Алеты, Котлеты, которая на Overwatch вместе с Алео под бафами просто расстреливает подходящих к ней врагов. Распробовали Канари, эту великолепную конорожденную. Драконорожденную. Взяли ее из-за того, что у нее сразу было 2 навыка, а потом прокачали, потому что у нее, в принципе, неплохие характеристики. Сейчас она благодаря 16 силе, не то что она рейнджевичка, неплохо расстреливает людей. И самое главное, имеет возможность контролить их. То есть она держит, может их держать на дистанции, может отравлять людей, и это гарантированно снимает им ХП вне зависимости от количества брони. Очень полезный персонаж. И довольно стойкий, и довольно сильный. То есть она молодец. И у нас есть вакантное место, и я не хотел Лемминга сдавать на этот раз. Вот мы Берси похоронили 4 уровня. С 22 славы вместе с предметом мы его похороним. Убили абсолютно цинично его, там подставляли под удары только ради славы. Потому что здесь есть такая тема, что те персонажи, которых ты... Котлеты с Overwatch, к нокбэкам. Нет, к нокбэкам у меня предметов на нокбэк нет. Она пока с бонусом по силе, насколько я помню. И с... урон таланта в силе и 3 силы, в общем. Да, предметы тоже нужно посмотреть. У конорожденной напряжение, уклонение, так, передвижение. Коняшка. Вот дальность есть. Таланты пробивания. Дальность тоже хорошо зайдет на Overwatch. И может быть даже лучше зайдет, чем таланты силы. Потому что если есть Алео, то он... Ну, хотя там крит снизится из-за того, что мы 2 таланта силы. Не, я думаю, что нужно овер ставить. Ну, в смысле, дальность и таланты пробивания. Таланты пробивания ей плевать. Если только evasion сделать. А, у нее все уже раскидано.
У нее все раскидано. Есть вот эти вот ненужные вещи. Два скилла надо было вкидывать сюда. Это уж не изменить. Да ё-моё, Даша, хватит. Она мне пишет, Даша, что... Эмфри переподписан. Что ей нужно 12 помочь месяцев. С деньгами, чтобы стать стримером. Даша, прекращай флудить. Ты не тому человеку пишешь. В игнор лист. Даша, не делай так, это на сайте забаним. Какая-то Даша странная. Я тебе в личку написал, не надо Даше мне писать по этому поводу. Со смайликами, вот с номерами с карты, с номерами телефонов не нужно. А, чтобы стать стримером, не нужны деньги. Внезапно. Это потом у тебя появится свет, камера, мотор, толпа восторженных фанаток. Вот, но вначале тебе, по сути, нужен комп с интернетом. Очевидно, у тебя это есть. Не отвлекай, Даш, это эгоистично с твоей стороны. Так, сейчас необходимо взять Игиля. Он как-никак танк. Хорошо держится. У нас есть Слава, и нужно подумать, куда ее вкинуть. Надо еще посмотреть на предметы. Воля, сила, таланты воли. Очень странное ухо на 6. Пробивание плюс 3. Вот это хорошая тема. Ее бы дать. Так, кстати, Игилю можно дать. 3 пробивания. Могру вряд ли. Броня, отражение силы. Ну, его не пробивают. Так и так. Давайте тогда... Ну, ему нужно тогда повысить уровень. Будем ли мы брать шестым Игиля? Вот большой вопрос. Потому что я бы на самом деле для начала апнул Канари до 10. Так, чтобы успокоиться. Хотя предметов на 10 нет. Либо апнул даже Олли до 6 и до 7. Потому что Олли по ДПСу шикарен. Но правда, ДПС у нее не повысится. У нее и так шквал топоров. Не хочешь пойти вообще в аркаду и взять берсерка? Очень ненадежно. Я вспоминаю, как я с Больверком переигрывал из-за того, что у него очень такая грань шаткая, что ли, такая хрупкая грань между тем, когда он воюет прекрасно и когда он не воюет уже вообще. То есть ты ему... У него там 14 силы на максимум, 13 силы. Там предметами разгонишь. Пропустишь, не дай бог, удар... А я пропускаю удары, поэтому не стоит, наверное, мне пока за Бульверка играть. Так, а Лео мы не апаем просто потому, что у него не увеличивается эффект вдохновляющей способности, но, может быть, его имеет смысл апнуть до 6, и там появится новая способность. Еще имеет смысл апнуть Алео для того, чтобы он не умирал, потому что такой персонаж, он уникальный. И, насколько я понимаю, вдохновляющей речи больше ни у кого нет. Хотя, наверное, у кого-то и есть. Пак 88, привет. Может, у Эрика вдруг медведь будет? Не, медведя у него нет, мы проверяли. Медведь ему дается в компании как за дополнительный челлендж, если ты медведя приручишь, и он с тобой будет. В Игиля точно не хочу вкладываться, потому что, может быть, мы на Могре остановимся, как на танке. А Лео апать — это такое. Канари вряд ли... Наверное, я возьму либо Олли, либо Могра. А что у Могра? И так максимум брони. Он и так хороший танк с максимальным пробиванием. Ему, конечно, можно бахнуть немножко ХП. И... Слушайте, а может реально Могра до 6? Он прекрасен, потому что занимает много места. Он прекрасный танк. Он Эгилю может дать фору. Да, давайте его. Злоба. Осыпает брань, вынуждая... Ну, это таунт получается, да? Второй таран. Откидываем врага. Таран хорошо сочетается с овервотчем, потому что если таранишь врага, он отлетает, триггерится овер, насколько я понимаю. И... Да, наверное, стоит сделать таран. Далее мы с вами берем напряжение, чтобы дальше отталкивать. И, скорее всего, докачаем силу. И, наверное, поддержал ваш канал Арчи, на 100 спасибо. Рублей и сообщает. Майкер, самый красивый, меньше, чем 3. Меньше, чем 3. Вот это по делу. Арчер, привет. Привет. Фомби переподписан. Фомби, 11 месяцев. Спасибо за переподписку. Давайте еще тогда повысим до максимума силы.
Может быть, даже ему не стоит напряжение апать, потому что... Ну, ему, например, какую-нибудь броню, восстановление брони или... Восстановление или брони? Починки у нас до сих пор нет. Отразить урон брони. Но восстановление можно за счет предметов. Вот что вы посоветуете, друзья? Затянуть ремни или оборону? Первое это 20% фиксированный процент вероятности отклонить 1, 2, 3 урона брони. Второе это восстановление брони. Чего я спрашиваю? Восстановление брони, конечно, лучше. Так, есть еще 12 славы. 12 славы. 12 тут 13. Либо мы Алео, либо мы оставляем на будущее. Наверное, оставляем на будущее. Так, теперь по артефактам. Котлетка. У нас отказывается от талантов силы. Мы снижаем крит до 20% с 30%. Но практически не теряем в уроне. 3 силы за счет разницы не будет. Да, давайте возьмем ей дальность. Дальность и таланты пробивания, которые не нужны. Но зато плюс 2 рейнджа. Могр у нас с артефактом на реген брони. Да, 2 брони за ход еще. Держит дефенс. Олли. С минус передвижения силы брони за ход тоже. Канари там хороша. У нее 8 уровень передвижения, напряжения, уклонения силы так себе. Стоит, конечно, Алео какой-то предмет дать. Но я все предметы 3 уровня сбагрил. Может быть, стоит ему повысить уровень просто для того, чтобы он дальше смог... Ну, например, бонус привлечения, перемещений и... Короче, да, давайте Алео потихонечку тащить. Потому что дешево и... И что ему? Ему броня нужна, ему все остальное вторично. Это он регенит сам по себе, пробивать он никогда не будет, напряжение потом... А так, чтобы его лучницы не простреливали, возьмем так. Передвижение минус привлечение агрессии. Так, дальше будет совсем другая история, потому что придется действовать очень-очень быстро, потому что у меня будет ограничение на количество ходов. Поэтому давайте я быстро проговорю, как я расставлю бойцов. Могр и Ягиль у нас стоят впереди. Алео стоит дальше всех. Алета стоит в передней линии, но желательно за Ягилем, например. Между Могром и Ягилем. Ну так, прикрывшись. Канария свободная. И Оли тоже подальше могут стоять. Будут контролить, будут убивать. Добрый вечер, Михаил. Привет, Каталист. Стрим подлагивает. При этом на Ютубе все отлично. Бывает такое. Есть ретрансляции на Ютуб и на Твич. Смотрите на здоровье. Выпадаемый предмет зависит от максимального и минимального урона в пате. То есть могут выпасть предметы как 10-го сейчас уровня, так и 4-го, к сожалению. Я понял. То есть по возможности лучше не брать, качать, короче, пати. И не оставлять вот таких вот нубасов. Спасибо, я не знал этого. Все, в остальном, значит, здесь мы бафаем, здесь делаем овер. Здесь мы стоим, откидываем щитом и на... Так, здесь мы тупим, здесь мы контролим, здесь мы поглощаем урон. Сейчас будет 20-е сражение из 40, и это двойное сражение в идеале, то есть мне нужно провести первое сражение, желательно без каких-либо серьезных потерь. Поехали. И потом еще розок этим же составом сразиться. Так, певчий, два певчих сразу, два ёпрст. Ой, этот еще, ай, твою же шметь. Ладно, начнем слева вверх, потому что там проще всего отстрелить товарищей певчий назад. Ты поближе, ты подальше. Котлетка сюда. Ё-моё! Ладно, два певчих мы, в принципе, на овере можем поснимать. Хотя меня самого поснимают эти пращуры, если они раскастуются хорошенько. Блин, что-то я волнуюсь. Работаем. Так, ты в любом случае... Баф пошел. Капец, там шипы еще у людей. Спрашивай, подходит? Когда ты будешь ходить? Не скоро. Окей. Так, Алет ходит. Она уже, кстати, может стрелять. А давайте не будем подходить, давайте просто на овер встаем, потому что здесь уже есть люди, по которым я смогу достать. Поехали. Тройной овер, подходите, гады. Этот делает шипы, хорошая защита. Шипы пошли, кажись, да. Кастует. Сучок. Этот не успевает дойти. Отдыхаем. Эти два заклинания делают. Первый взрыв. Но сейчас, наверное, пойдет баф. Минус броня. О, ёпрст.
И взрывы. Еще минус броня и взрывы. На самом деле, по недостатку брони, тут Алета может просто зажигать. Просто зажигать. Подходим, пока есть возможность... А, ты уже будешь подходить. Давайте тогда пригвоздим этого упыря. Нормально, чтобы он не подошел. Подходит пращур. Может, успеем стрелять? Не успеваем стрелять, к сожалению. Здесь просто танкуем на единичку. Подходит... Овервотч не срабатывает. Он подходит криво. Здесь овер есть? Нет овера. Ну что ж такое? Я первый ход профукал фактически. Правда, сейчас будет ходить, кажется, человек с прощой. И должен получить на четверку. Хорошо. Стреляет по Алете. Ничего. Алета нормально. Единичку получила, овервотч поставила. Работаем. Этот докастовался, пошел вперед. Здесь мы контролем, доходит только до танков, поэтому улыбаемся. Минус броня, бонус к силе. О, сейчас меня будет расстреливать. Минус броня, бонус к силе. О, там все такие жесткие. Особенно вот люди с прощами. 16 урона, капец. Как так можно? А, этот подходит, да, тоже? На что мне остается? Мне остается только атаковать. Закидываю с фанатизмом. Раз. Подходит, стрельнет, не стреляет. Бомба пошла. Бомбы на танках, хорошо. Взрыв на две ячейки. Надо выходить вперед, чтобы не задело. При этом желательно Лету не подставить. То есть вообще нужно выходить агрессивно танком, к сожалению. Подхожу так и максимальная защита, поехали. Меня сейчас будут бить. Подходит Алета. Алета убивает раз. И даст колбас. Слава плюс. Подходит дальше. Подходит. Отлично, устойчивость. 6 урона. И пробивает. Не пробивает отражение. Прекрасно. Все пока по плану. Не расслабляемся. Взрывы пойдут мимо. Ай-яй-яй, вот это плохо. Вот это очень плохо. Блин. Че, Алету отводить? Алету отводить. Ее могут замесить уже. Ну, с прощами, люди. Колоссальный урон наносит. Надо врываться уже, наверное, танками. Это ГГ, наверное, да? Потеряю Алету, будет все. Таран, подальше, поехали. Варишь добро. Я бы даже подставил бы Олли под взрывы. Но здесь двойной взрыв. Здесь тоже двойной взрыв. Здесь взрыв одинарный, но лучше подставить Оли, чем подставить другого. А кто еще будет ходить? Блин, у тебя время идет. Ладно, Оли. Прости, Оли. Раз. Максимально. Поехали. Раз. Два. Хорошо. Ё-моё, мы все умрем, кажись. Как этого надо блочить? Подходим. Пробиваем. Блин. Может, отравленный? Не-не-не, нельзя ему давать подходить. Взрывы. 6. О, ну что, надо как-то этого ушатывать, но я не могу это сделать без... Еще надо блокировать вот так и подставлять. Блин, какая жопа, а? Оли надо спасать срочно. Ё-моё. Кажись, нельзя тут подкрепу вызывать, потому что мне бы с этим справиться, если честно. Или это бы передислоцировать куда-то... Боюсь ее потерять. Ой, боюсь потерять. Ладно, давай на танках пока еще попробуем пожить. Только надо срочно Олли убрать. Вот это больно. А, нет, хорошо. Шипы. Интересно, будет работать на него отталкивание или нет? Потому что я не хочу бить. Ну, в смысле, перебьем мы у него. Да, перебили. Это опять ходит кастовать. Капец, такая жопа, конечно. Из-за прачников, главным образом. Оли. Оли отступает. Это тоже начинает кастовать.
Блин, там такое количество силы будет сейчас. Надо этого ушатывать. Когда будет это ходить? Скоро будет ходить. У меня нет особого выбора. Да, давай сюда. Прачника отстреливаем с фанатизмом. Там 16 силы рейнджовые, это ГГ. Он отходит, блокирует этого. Стреляет устойчивость хорошо. Кто дальше? Дальше это тупырь. Отставляем. Пробиваем. Да, пробиваем, чтобы меньше урона прошло по нашей лошадке. Где Overwatch-то? Ёпары с этой, по лошадку пробивают. Это проходит. Снова баф. Блин, без подкрепы точно, ребят. Сейчас бы Алету не потерять. Алету надо разместить как-то вот так вот, наверное. А у нее же нет свободных ресурсов на Overwatch. Это тоже очень плохо. То есть она, конечно, стреляет по разнице силы очень хорошо, но... Но мне нужно убивать людей уже. Иначе я не справлюсь. Поэтому подходим, начинаем бить. И еще плюс сила, минус броня. Минус броня. И еще минус броня и плюс сила. Отходим, начинаем отстреливаться. Ёпрыс, это вот бил того чувака, у него все равно 1 силы. Я в шоке. Здесь мы держимся, ладно. А, этот товарищ когда? Скоро. Подходим, подходим. Бьем. Не бьем. А, бьем. У нас выбора нет с вами. Пробиваем броню. Подходит гады. Снова баф, а баф-то нет. Отдых. Это косяк. Это такой косяк, что просто я не могу. И здесь тоже нет возможности пострелять с Overwatch'ем. Поэтому я просто атакую, пытаюсь славы получить. Ой, какая жопа. И этот подходит, пробивает мне. Ё-моё. Не, здесь надо так бить уже. Там еще капец плотные 28 силы у людей. Пробиваю броню напоследок. Я в шоке просто. Ни в коем случае. Никаких подкреп. Все. 12. Ушатываем этого поближе, чтобы дали нам славы снова. Ошибался, конечно. Ну и эти баферы еще меня, конечно, подкосили. Жуть. Держимся. Оставляемся. Как раз он сейчас будет ходить. Подставляемся, наверное, вот таким вот образом, чтобы броня-броня. И сам сидишь, поглощаешь 5 урона. Надо было не больше урона поглощать, сейчас тебя пробьют. А нет, он дурачок. И это радует. Так, сейчас единица славы все-таки вдохновляющая, потому что Алета сейчас может проатаковать этого упыря. Через пробой, через разницу по силе хорошо. Шестерочка. Поехали. Жопа. Пробиваем так. Там 21 урон. Ё-моё. 21 урон. А, этот начал кустовать. Хорошо. Здесь снимаем 9. А там 11 точно снимаем 9. Ну, это всяко лучше, чем подходить к этому упырю. Поэтому снимаем 9, стараемся убить. Да ладно. Ой, хорошо, не... Скоро будет ходить, скоро будет ходить. Страшно? Не, не страшно. Этот будет ходить. Мне надо сделать так, чтобы я его сейчас не убил. Ну, потому что его должны убить люди, которые за славой. Поэтому здесь мы вдохновляем через рок. Этого надо убить, конечно же. Нафейлил, конечно, конским образом. Так, это не угрожает. Давай дальнего будем отстреливать потихонечку. Или не будем даже.
Или овер. Не-не-не, давай уже стрелять. Хватит. Это раз. Это будет ходить упырь. Уйти я от него не могу, поэтому просто добиваем так. Плюс слава. Выпало какое-то кольцо. И сейчас опасный момент. Подходит чувак, у которого 20. И он всех отравит же сейчас. Все отравлены. Ой, что-то я забыл. Сейчас все будут терять жизни. А я могу так просто от болезни Олет потерять. Пробиваем броню. Надо срочно идти в атаку. Лето минус. Скорее всего, лето минус. Блин, я чуть не это. Там еще один, у которого 21 урона. Вот что делаем. Это Таре. Это Таре, безусловно. Я ничего не успеваю сделать здесь. Нахрена вот я его подпустил? Этот падает почему-то. А, потому что баф спал. У них осталось меньше хп. Понял, бежим вперед. Бежим всеми вперед. Надо атаковать как-то. Блин, ну Алета, ну ёпры с АТМ. Надо понять, каким образом мне здесь лучше воевать в следующий раз. Отвратительно провел сражение. Отвратительно просто. Пробиваю броню. Или оставить в покое. Ничего, не потерял тут никого. Ради одного артефакта и немножко дополнительного опыта, наверное, не стоит тратить сейф. Просто надо быть умнее в следующий раз. А, нет, я потерял этого же. Я минус топоры. Оли помер. Черт! Стоп, а если я сейчас... Я могу переиграть полностью, да? Да, Оли помер. Я забыл про Оли совсем. Оли очень нужен для связки. Дальность выстрела не влияет на Overwatch Алеты. Охренеть новости! То есть я смогу переиграть. Да, вроде, отлично. Просто если я отступлю, я не смогу переиграть, скорее всего. Ладно, давайте так. Не переигрываем. Да, я полностью переигрываю. Хорошо, значит, я сейчас не меняю предмет на Overwatch. Блин, два дальности, которая не помогла вообще. Все, да, Крисалик, ты прав, спасибо тебе. Жуткая битва из-за этих двух бафферов, которые просто мне всю малину испортили. Ой. Я повышал Могра. Точно, не... Угу. Берси сначала сдаем. Так, как мне там действовать? Лезть на этих бафферов, наверное, не стоит. Просто нужно правильно расположить. И желательно избавиться просто от стрелков. Или пока... Да, и убить, скорее всего, Канари. Может быть, Канари справится и расстреляет их. У нее... Может быть, ей даже тогда... Ей дать дальность.
Может быть, ей дать дальность. А не уклонение. Два дальность. Она их очень сильно пробивать будет. Давай, хорошо, так. Даем коня ей. Дальность коняшки. Да-да-да, это хорошая тема. Я качал Могра. И возможно. Это не совсем правильно. Я могу бы прокачать Олли серьезнее, чтобы у него не только броня, но и ХП было побольше. И тогда я повыше... По крайней мере, получу... Да, давайте его до пятого докачаем, чтобы предмет с предметом не зафейлить. Раз. Два. Раз, два. Даже раз, два. Может быть, даже шестой уровень посмотреть, что у него. Хотя он обычно занят. Плюс у нас открылись предметы на пятый уровень. Нормальных нет. Также при движении минус привлечение агрессии. 24. Могр, который у нас силу качал, да? Да, давай Могра до 6. И как раз таран. Силам. Поехали. Под 6 уровень. Могру... Имеет ли смысл Могру давать... нет. Надо было ему реген. Я ему брал реген на 7. Угу. Брони. Талантов брони, броня на 6 можно. Или все-таки ему лучше заходит... Бронезаход. Наверное, бронезаход. Да. Клонение — это так силы. Ладно, этот понятно. У котлетки тоже понятно. Таланты силы, урон силы. То есть крит повыше, вероятность 30% крита. И 12 силы вместо... Ну, чуть больше гарантированного урона. Оля у нас силы, брони минус передвижение. Баффер качай на воле, но постоянно нужна. Это да, но на самом деле нет. Потому что он благодаря пассивке, если ты нормально пробиваешь, он всем дает волю, и все хорошо. Ему единичка нужна, если он рядом с котлеткой стоит. Не больше. Уклон просит плюс силу воли. Но он 5-го левела. Клон-то так силы плюс 2 силы. У него что? Брони заход минус передвижение. Но он не танкует, поэтому, я думаю, не стоит. Поехали. Расположение врагов будет приблизительно такое же. Да, такое же. Черт. Ладно, хорошо. Начинаем так же, только коняшка уходит сразу направо, пытается отстрелить стрелков. Здесь мы встаем вот так. Так, так, ты убиваешь этого, здесь мы на овере встречаем, улыбаемся и машем, да? Стоит ли делать сейчас баф котлетки? Да, она не стреляла, когда ее был ход, помните? Нет, сейчас не нужно, сейчас мы просто отдыхаем. Первый выстрел идет, либо не идет, либо... Может ей подойти просто в жукнуть пока что, раз уж такая пьянка пошла. Ты тогда получишь от этого товарища. Давай наблюдение на единичку. Вот по этому выстрелим. Мне особо сильно не нужно. Пошел кастовать. Отдыхаем. Пошел бафать, сучок. Не, вот эти вот ребята очень опасные, конечно. Очень опасные. Я подставлю коняшку, но у коняшки есть броня, пока нет бафа, мне пофиг. То есть подхожу и стараюсь как можно сильнее пробить по этому упырю. Раз. Уже хорошо. И убежал, отлично. Это подходит, стреляет, даже не стреляет, отлично. Не высовываемся вперед, нам это не нужно. Алета не стреляет на Overwatch, хорошо, что не сделал. Это подходит. Овервотча нет. Окей. А вот теперь бафы. Теперь вдохновляющая речь. Теперь Алета на третий овер встает. Стреляет по коняшке, но это ерунда, потому что не пробьет. Пробила.
Overwatch. На троечку уже раз, два, потенциально три, возможно, четыре. Ой, тут хочется, конечно, ворваться и сразу пробить броню. Это, наверное, правильная тема. Я понимаю, что я тогда получу, но не сильным. Но пробить надо, друзья. Пронизывающая боль. И так прям основательно. Давай. Оп! Слишком жирно мы тут снимаем брони. Здесь имеет смысл, конечно, вот этого нейтрализовать пыря. Я не знаю, правда, как это сделать, но... Но надо. Но надо. Давай сначала броню пробьем. Там либо и конем остановим, либо пробьем так. Конь 11 пробьет, но коню, может быть, имеет смысл выстрелить по второму стрелку, который сейчас уже опасен. Этот не пройдет, этот не пройдет. В принципе... А, я могу отсюда уже стрелять, у меня же дальность конская. Я же конь, у меня дальность конская. Все, простреливаем. Вот, и у него уже вместо 16 6 урона, и он никак не... А, он кидает гранату, но кидает на танк, судя по всему, потому что дальше не достает, да? Ну, почти. Хорошо, здесь, наверное, имеет смысл подойти вот к этому упырю и пробить его так, чтобы мало не казалось, потому что у него 17 силы... И... Ой, 19 силы. Так хотя бы мы до 11 с... Оп, и халета 15. Ну там пробой, там дичь, конечно. И слава пошла, слава. Нормально. Этот особо не угрожает. Здесь идет 13. Просто выстрел. 6 урона, отражение. Шикарно. Не торопись, не суетись. Все нормально. Там еще второй баф скоро прилетит. Не расслабляемся, друзья. Этот стреляет по коню, снимает у меня броню. Здесь мы встаем на Overwatch. На максимальный Overwatch. А Лето у нас мега ключевой игрок. Подходит, пробивает 14. Какой важный выстрел-то. Вместо 8 урона проходит только 2. И сразу ответочка пришла. Можно чуть-чуть сгруппироваться, чтобы этот дальше проходил. Мы и от Гренки уйдем немножечко. Может даже вот так вот пройти. Там Гренка где? Здесь? Тогда хватит нам. Хватит. Не хочу далеко уходить. Пробиваю снова с фанатизмом по броне. Ради этого. Подходит упырь. Здесь можно проатаковать, и не просто можно, но и нужно, и ради славы, и ради того, чтобы этот упырь подходил. Хорошо. Так, этот подходит, баф следующего нет. Коняшку надо спасать. 9-6, стрелки не такие опасные. Кто будет следующим ходить? Шестерочка, да? Тебя пробили броню, вот тебя бы лучше, конечно, чуть-чуть назад. И можно пробить вот по этому упырю. Без фанатизма, просто на троечку. Взрыв, один хит. Подходит стрелок. Стреляет по танку, нет никакого эффекта. Прекрасно, прекрасно. Здесь бронька, и для чистки совести сделаю еще поглощение на всякий случай. Выстрелили, вы им 30 крит, вот это да. Вот это урон. А Лето разуплотняет. Вдохновляем ее дальше. Все идет великолепно. Можем даже совладать с подкрепой. Не будем забегать вперед. Стрелок. Ну, выстрел. Прекрасно. Все. И даст колбас. Здесь, в принципе, можно подойти и расстрелять стрелка, потому что этот не угрожает, а стрелок мне не нравится. У него восьмерочка, и нафиг он нужен такой вообще. Убиваем. Правда, сейчас бонуса не получим, но тем не менее. Этот не пробьет. А, он шипы вообще делает. Короче, надо как-то нейтрализовать дальних. Здесь можно оттолкнуть этого упыря, чтобы не получать... Не было шипов. Эти пошли кастовать. Окей, нормально. Нормально, 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 нормально. Отдыхай. Эти тоже пошли кастовать. Не знаю, что они там кастовать будут. У них брони нет нормального количества, поэтому... Здесь я бы отстрелил, конечно, дальнего, но, к сожалению, нахожусь не... Ну, я славу не получу, поэтому я чуть-чуть назад. И все. Пока регеним броню, восстанавливаем славу. К Олете можно подойти просто... А, Лето достанет? Давай-ка мы подойдем даже вот так вот. Ну, чтобы Олета его, если что, добила под... Да. Ну, чтобы баф распространился по славе. Ой, урок освобождать. Успел подуть. Разок. Сейчас он снова наполнился. Ожидаем. Снова баф плюс силам. Надо контролировать передвижение врага, безусловно.
Славы очень много, перебор по славе. Может быть, даже уже расположение сделать такое более-менее правильное, боевое. Скорее всего, принимать упырей надо конем, потому что за счет рейнджа они могут, она может спокойно расстреливать этих упырей. Те не могут подойти, поэтому мы начнем с расстрела по броне. А там уже справимся остальными. Отдыхай, отдыхай, Лео. Или как тебя там звать-то? Отдыхай. Неважно. Подходит упырь. Здесь уже стоит расстреливать, конечно же. Ладно, давайте я даже Олли подведу. Не хочу рисковать, хотя там запас по ходам колоссальный. Потому что мы же ходим здесь... Нормально мы здесь ходим. Тут подходим под второго, уже начинаем его готовить к смерти. Даже так, наверное, делаем. Не надо здесь подходить. Ты отдыхай. 10, да? Блин, он же проатачит. Капец, он же проатачит. Я не должен подходить. Я ставлю овер максимальный. Да что мяу? Ну что мяу? Ну скажи мне. Да потому что он подходит, блин. Он уходит, хорошо. Сейчас я коту открою. Даже кот. Она же меня любит. Так будет ходить этот упырь. Мы просто обходим. А, у меня же тут пропуски хода. Что-то я забыл. Я же могу тут просто так взять и уйти. Правильно? Подходим, убиваем. Точнее, бьем дальнего. Хотя это ошибка. Это тоже ошибка. Багагашник поддержал на 500 рублей и сообщает: здравствуй, Михаил, как тебе стримфест? Был рад увидеть, и за футболку спасибо. Стримфест, я уже столько раз меня про стримфест спрашивают. О, убили, выпала статуэтка. Рад был тоже повидаться с знакомыми и незнакомыми. Я атакую, в общем. Ё-моё, твою же ж дивизию. Капец. Когда этот ходит? Не скоро. Вдохновляем Алету. Твою же шметь. Огромное количество врагов. Больше, чем было. Я, скорее всего, это зря это сделал. Все. Кто когда ходит? Еще псы есть. Твою же шметь. Ну как так? Меня же здесь просто укатают. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Блин. Вот это вот проблема. Вот это вот проблема. Уже уходит в инвиз. Когда ходит? Сейчас ходит. Доходит? Доходит. Страшно? Не очень. Прикрываем. Надо прикрывать этого и того. 13, 12, 12, 15, 5, 8, 4, 7. И много непонятных цифр. Все, остановились. Подходит не туда. Блин, валите. Ребята, вот верхних нужно спасать. Срочно. Спасать так, чтобы никто не дошел. Не доходит, не доходит. Убегаем раз. Блин, еще вот такие вот чуваки здесь. Ой, подходит. Есть крит, хорошо. Важно, практически половину жизни сняли. Он не сможет пробить мне даже этого нано. Так, коня, спасаем коня. Конь это почти самое главное после... Так, давай-ка, наверное, даже вот сюда вот, чтобы... Да, надо выбирать место, чтобы по тебе, ну, прям вот, ну, совсем, ну никак. По броне. Группироваться, друзья, группироваться. Народу много, тяжелого народу много. Надо прикрываться. Как там, как там... Я не знаю, как здесь действовать. Сюда. Ага. Ну, значит, ты остаешься там. Блокируем, я в пса уперся и там буду поглощать, видимо. Вдохновляющая речь, двое снизу. Мега сложно, потому что танка у меня здесь второго нет. Подставлять котлетку на 17 ДПС, это вообще не очень хорошая идея.
А доходит только этот с 10, поэтому мне нужно стоять на месте и овервотчить. На двойку, на тройку. На двойку, поехали. Пес идет. Вроде как ко мне. Вышел. Воет. Блин, вот как мне здесь... Мне нужно здесь, видимо, контролить, просто принимать. Может быть, даже Могр завести направо. А мне не получается Могр направо завести. Просто пробиваю по броне. Наверное... Там, ладно, там танкуем. Кто будет ходить? Этот будет ходить, не дойдет. Этот будет ходить не страшно. Надо вставать рядышком, чтобы броньку увеличивать. И потихонечку отстреливаться. Окей. Этот не подходит. Опа, не подходит хорошо. Алета, держись. Держись, родная. Очень важно. Еще! Отлично, держимся. У него 4 урона. Он не пробивает нормально. И он блочит еще! Хорош! Так, вот этот опасный... Уже нет, уже не опасный. А, смещаемся кентом, наверное, да? Как бы мне тут проатаковать, чтобы по броне? Нет такой атаки у меня сейчас. Я могу пройти, чтобы славу восстановить и пса убить. Наверное, это самое полезное, что можешь сделать сейчас. Это... Так, здесь еще овер, отлично. А лето топ-1 ДПС. Я столько славы в нее вложил. И вложил бы еще больше, если бы была возможность. Отлично. Она срезает как раз вот верхнюю эту границу по урону, не давая врагам, ну, как раз преодолеть, нанести больше, чем поглотит моя броня. Смещаемся танком снизу. А здесь продолжаем вдохновлять. Может быть, кстати, стоп. Может быть, сейчас тут стоит потратить чуть больше и завести, по крайней мере, этого товарища назад. Чтобы Могра подставить. Могру негде, нечего там танковать, понимаете? Ему нужно к Алете рядышком пристраиваться и толкать, там пробивать броню, держать удар, в общем. Потому что все идут снизу справа. Алета на последнее сейчас наблюдение делает максимум игр, в общем. Потому что тут в зоне поражения все враги, просто все. Тут блокируем ее с этой стороны. Естественно, берем пронизывающей болью. Тараном не стоит, наверное, потому что по нему будут атаковать. Но пробиваем без фанатизма, потому что тут не угрожает, а сплэш хватит. Давай, оп, Алета 4 срезает. Хорошо. Проходит товарищ, у него... Ай, ты сучок. Еще один, пятерочка. Рок полный. Ой, рок. Рок. А вот это плохо, то что... Надо броню пробивать. Надо броню, говорю, пробивать у нижних. Опять же, с фанатизмом, чтобы всем доставалось. Подходит, простреливает. Хорошо, хорошо, кажется, вытаскиваем. Ну, я сейв потратил, ну, блин. Какая большая разница между первым и вторым траем? Алет получает, но держится, девочка, молодец. Молодец. Здесь потенциально опасный противник. И, в принципе, можно его травануть даже. Потому что у него много брони, я вряд ли сниму. У этих уже броня покоцана изрядно. Поэтому, наверное, стоит чуть-чуть назад... И зафигарить ему отравленным наконечником прям вот как надо. Чтобы вот 21 брони хрен снимешь, а вот по троечке... Отлично, крит удар на 6. Отходит, начинает. Можно еще развести на вызывание дополнительных врагов. Потому что, кажется, я вытаскиваю всю эту фигню. Удар по артерии еще минус 6 у щитовика. Перегруппировываемся. И здесь, наверное, у нас пройдет снова по броне. Потому что у нас товарищ пробивает броню хорошо, а армор у него есть. Прекрасно. А Лео возвращается чуть поближе для того, чтобы было меньше штрафа по вдохновляющей речи. У него всего одна слава. И он должен находиться рядышком, чтобы бафы у нас проходили. Рок полный. Делаем раз, два, три. И делаем на двоечку наблюдение, потому что я боюсь потратить последнюю силу воли у Алеты. Здесь, может быть, имеет смысл протолкнуть людей для того, чтобы... Нет, имеет смысл просто убить одного человека для того, чтобы славу повысить у всех, кто находится вокруг. Отлично, отлично. Этот от яда страдает очень серьезно. Этого простреливаем. Сколько славы нам достанется, а еще дополнительный артефакт. Здесь надо уйти, конечно, чтобы просто люди ходили. Ходили. Добиваем. Бритва. Была уже, кажется, волю так или иначе прибавляет. Или регенерацию, или просто.
Здесь можно ударить по по броне, но 4 не угрожает. Можно поэтому проатаковать просто. Дальние не подходят. Отлично. Итак, таск. Ну, это котлетка. Она шикарна. Я еще не совсем ее правильно раскачал. У нее еще могло быть больше силы воли, чем сейчас. Сейчас еще выстрел. У противников нормального количества силы уже почти не осталось. Только вот дальний полный. Остальные не очень. Толкает щитом. Непонятно зачем. Этот потравится. Толку нет никакого. Если мы, правда, не пробьем, наверное, имеет смысл прижаться, чтобы броню повысить и попробовать проатаковать человека, по которому мы хотя бы попасть можем с большей вероятностью. Рок вдохновляющая. Overwatch. Вот остался самый главный, самый последний. 12-17. Здоровый. Ну, уже не здоровый, потому что на пятерку и Алета гарантированно его пробивает. И дальше снова Overwatch на полную катушку. О, Пух пошел в PUBG играть. Решил, видимо, что Майкера неинтересно смотреть. Писал в чат и пошел в PUBG, да? Так, ну, надо тренироваться в бухте. PUBG, конечно. Так, здесь. Я бы, конечно, зарядил по-правому. Броню ему снимал. Ну, потому что он не нравится мне. Он. Прям как надо. Четверочку снимаем. Сплэш не столь принципиален. Главное, что... А, и уже можем хорошо жух, да, по нему. Давай вжухаем тогда. Шикарно. Это раз, минус один. Это, скорее всего, минус два. И 2-5 осталось, все. Взявы. Хотя количество народу... Ой, он еще вызовет. Вообще топчик. Мы всех убьем, никого не потеряем. Две волны. Только сейф. Но сейф мне сейчас дадут. Ладно, Олег, давай. Давай, ты можешь. Пиу. Все в ожидании. Там силы воли столько, что закачаешься. Там у Могра 8-4 силы воли. Вызов прошел... Не понял. Не понял, а где враг? Где враг-то? Он же должен был появиться и первым ходить. В ЭТФ. Такая гора трупов. Да-да-да, народу тут полегло вообще. Он же вызывал, он ничего кроме вызова не умеет делать. Сейчас посмотрим, сколько дадут славы за это. Побоище. Ледовое. И два артефакта еще. 9 уровень, предатель, не помню, что оно там. Но, кажется, у меня в конце игры такой предмет был, типа топовый. И бритва 4 уровня. Бак, обманул. Ну а славы-то сколько дадут? Плюс 10 к славе еще. Сложность увеличена. Перезагрузок добавили, перезагрузок 4 из 7 потрачено. Туннели темные и сырые, и узкие. Но если все же в них находится, это было не столько видением, сколько проклятием. 21 уровень. Так, это что у нас? Шанс двойного урона силы, плюс 2 силы, минус 2 брони. ДПС жуткий. Нельзя такое брать, Олете. Нельзя. Так, убираем Эгиля. И, скорее всего, в следующей битве я попробую кого-то скормить. А, вот бритва Халдена, воля при отдыхе. Как бы ее надо дать Алео. Хотя ему воля не нужна, но ему... Ведь не компания, не, мы по компанию прошли уже. Надо кого-то выбрать и сбагрить. Кто нам не нужен? Сигбьорна хочу открыть. И повысить, получается, его до 4 уровня минимум. Может быть, даже до 5. Сапоги хорошие, на самом деле. Может быть, Алея не нужна воля. В
таком количестве. Минус агрессия, она... Это хорошо. Можно отдать силу броню или прокачать. Потому что минус маневренность, это и броня за ход. Да, давайте прокачаем Сигберна до 4 уровня. Ничего мы брать не будем. И дадим ему вот силу брони за ход. Силу брони за ход. А Олли, получается, скачаем, да? А что Олли может взять хорошего? Пробивание трешка. Весьма и весьма неплохо. Он рейнджевик. Канаре особо пробивание не нужно, потому что у нее сила колоссальная. А этому товарищу как раз нужно пробивание. Хотя у него базовое пробивание, двойка. Это плохо. А здесь тройка. Может быть, даже могу пробивание. Там 7 с удара было вообще жутко, жутко. Но брони заход зато. Это делает его гораздо более серьезным танком. Таланты воли, сила воли. Что скажете? Не хочу, не хочу вот это тратить. С девайсом определились. А что в пробивании у нас? Вероятность выбыв... У него пробой, кстати. Пробивание ему хорошо заходит. То есть на серию выстрелов с пробоем будет вообще бомба. Да, ладно, давайте Оли до 6. Сквозной рывок нет. Кровавая может быть. Каменная стена скорее. Да. Что ему? Напряг и воля. Нет. И пробой. Давай. Все, теперь Олли может так же эффективно, как Могр, пробивать броню у нас. Это хорошие новости. Сдаем. Кому 17 славы выдать? Канари хороша, но ей не хватит. Ей особо не... Нет, ей нужно как раз. Можно подкопить. И как раз сделать ей третий пробой, или сделать побольше воли. Или подтягивать нубасов. Такой вариант тоже возможен. То есть Талео попробует до 6, например, апнуть. У него может быть полезное что-то. Да, давай. Оскорбление? Это не таунт, это оскорбление. Он выводит одного врага из... Это хорошо под боссов. За это я как раз детка и любил. Того, который из-под тишка просто трехэтажным осыпал цель. Он может гарантированно держать одну цель в... Да, барды шестого, это хорошо. Что ему нужно? Возможно, но, конечно, воля в первую очередь ему нужна, да. Надо до десяточки довести и желательно, наверное, ее апнуть еще, чтобы у него более-менее такое бессмертие было. Шестой бард. Что у тебя? Воля при отдыхе. Нужно ли тебе оно? Можно таланты воли, но пока их нет. Но это хороший артефакт на будущее. И плюс единица воли при отдыхе. Сила воли такое себе. Ну, в общем, есть пара артефактов на 6-7 уровень, который может зайти хорошо. Предатель, кажется, один из топовых артефактов на урон, но отказывается от брони вообще что-то не хочется. А редку-то могут в один удар просто ушатать без брони. Неохота. 4 славы, сдаем, артефакты взяли. Канарий остается у нас на... Слушайте, а Канарий-то может вообще 18 силе. Может быть, ей дать шанс двойного урона? Не-не-не, пусть она с рейнджа. Она как раз... Рейндж чем еще хорош? У нее же темы, которые против сильных целей работают. То есть это отравление, отравление против бронированных, ну, плотных товарищей. И парализация, ну, то есть остановка. То есть она может, в принципе, человека издалека подтыкивать. И она очень хорошо себя показала в борьбе против рейнджовых товарищей. Поэтому давайте так попробуем.
Сигберн повлияет за награду за победу. Да, я понимаю, но мне все равно... Опа, сколько псов. Вставать нужно очень плотно. Они будут идти, это все милишники. Поэтому просто принимаем всех. Сигберна сбагриваем просто. Хрен с ним. И понеслась. Перегруппировываемся так, чтобы там дырок даже не было никаких. Первый ход у нас в любом случае идет такой притирочный. А дальше... То есть без овервотча сейчас действуем. Сигберна желательно сейчас не терять. Вот так, к слову. Чтобы у меня был на один ход больше по котлетке. Ну, отлично был план, но Сигберна уже, считайте, нет. Ушел в инвиз. Блин, надо срочно блочить пацанов наших. Раз. Не, с милишниками просто. На самом деле, собачки очень какие-то слабенькие по характеристикам. И даже я готов Сигберна оставить. Там ничего страшного в этом нет. Ну, то есть, ну, будет на один ход меньше. Но самое главное, две собаки. У собак-то характеристики 14-16. Если там они чего-то... Сейчас упрусь в собаку, нет? Не, не уперся, нормально. Если они там не вызовут две подкрепы, то нормально все. Ястреб может полить инвиз своей вертушкой. Ну, я в любом случае ястреба теме не оставлю. У нас есть ДПСеры и другие. Пробивает. Все же подходит. Надо Могра поставить поближе. И уже, конечно же... Ой, не оскорбление. Конечно же, вдохновляющая речь. Оскорбление, опять же, хорошо зайдет против боссов. А боссы наверняка будут, потому что, как бы, ну, все к этому идет. Все, Иолет как раз сейчас... встает на овер, блин. Там, кажется, к ней уже подошли. Ладно, в любом случае пошел овервотч. Начинаем работать по мере поступления. Блин, они все в инвизе. Да, успел прикрыть. Сейчас будут жрать. Так, постреляли немножко. По одному. По второму что не стреляем? Не пойму. По третьему что не стреляем? Что происходит? Ёшки-матрёшки. Так, у меня пробитие брони хорошее, поэтому я, наверное, начинаю ломать вот так кабины. Восьмерочка раз по самому жесткому. Есть Overwatch. Надо двух главных больших убить. Да брось, ну что ты делаешь? Ну? А, я не могу так проатаковать, да? Рвануть его не стоит. Поэтому тоже особо нет смысла атаковать. Что имеет смысл сделать? Да ничего, просто по броне бить, к сожалению. Еще овер, хорошо. Вся мелочевка рассыпется так просто. Просто так рассыпется. Очень хорошо, что мы не дали себя окружить. Кручу, верчу. Фигню творим, но сплэш проходит. Кстати, слава подходит. Еще отстреливает Алета. Ну, идеальная вообще для Алеты ситуация. То есть все малокитпоинтовые, все милишные. Все должны подходить. Ну, соответственно, потому что милишный. И тут уж ничего не попишешь. Михил, где можно встретить вчерашнюю парлию Росбрейна? На ютубе нет, но еще тоже. Вчера я не стримил Росбрейна, стримил много других людей. Я был в пути, в поезде, поэтому... Блин, давайте я летой не буду сейчас Overwatch вставать, потому что некому убивать этого пса большого. Лучше я так убью его. Ну, это реально такой опасный товарищ остался. О, убили Сигберна, хорошо. Ну, Могу пробивает. Это нормально, друзья. Это нормально. 5 брони, ё-моё, как же он... Как же Олли стреляет хорошо. Все, убили вторую. Выпал... Клятва, что-то знакомое. Теперь надавать же надо. Да-да-да, все, уже нет его. Ни его, ни предметом. Все нормально. Стоим плотненько, все хорошо. Еще кто-то там невидимый. Да, вот четвертый пес. А, это обилка такая, что все начинают грызть. Этого я не знал.
Ну, как и у Руха, видимо. Но они очень много ходят. Как-то они странно реагируют. Я вот не понял эту обилку. Надо посмотреть у псов. Сбрасывает невидимость, подает сигнал атаковать ту же цель, что и он. Понял. Ну хорошо. Ну хорошо. Атакует ту же цель. Давай атакуй. 4, 2, 5. Ну давай 5. 8 на. 5 на. Топ кольцо 10 левела. Yes! Yes! Скиллуха, ребят. Они все грызут. Ну. У меня бронька восстанавливается, это минус. Рок полный, но он не нужен. Клятва хороша. Имба, вроде говорят. Прям-таки имба. Рада. Я хочу посливать еще несколько персонажей для того, чтобы своих довести, ну, получить славу, соответственно, за них. Сбагрить ненужные предметы и довести своих товарищей до нужного уровня. Это даст не только характеристики, но и возможность носить предметы, и шанс выпадения этих самых предметов будет повышаться. 10 уровень. Кольцо. Топовое. Говорят. А, 3 ко всем навыкам. Да. Кажется, 3 ко всем навыкам. Блин. Ой, ёшки-матрёшки, погиб Сигбьёрн. Тут 10-12 славы, да, где-то так. Нормально, это такой проходной был. 22-й. Тьма пещеры потеряла свою привлекательность. Когда там зашевелилось что-то зловещее. С тентаклями чувак будет. Вот эти вот, которые... Ой-ой-ой-ой. Да, 3 уровня всех талантов. Еще шанс двойного урона на силе. У меня тут есть критулечка. У котлетки. Она единственная, кто сейчас может... Да, в любом случае это лучше. Бах. Здрасте, 35 крита. А, вероятность нанесения попадания не нужно абсолютно. Но еще 10% шанс. Но, возможно, стоит выдать кому-то универсальному типа Олли, когда он дойдет до нужного уровня. 15 славы. Сигбьёрна хороним. 22 славы. Может, коню? У коня только... Только попадание. Хотя ей можно по единичке взять. Не, нельзя ей по единичке взять. Она может только взять крит. И все. +20 А, шанс двойного он так действует, да? То есть получается 55% крита. Так, давайте возьмем еще кого-нибудь ненужного. Кого я точно не буду. Крумра не буду использовать. Берем Крумра. Ставим Крумра. Предметы есть еще. 4-й, 5-й, 4-й. Опять же, дилемма тут, что может пригодиться. Уклонение, атака силы. Давайте до 5-го его апаем. Нет. Может, не хватит на 10-й уровень. Может, все-таки сдать, пока не поздно. Тебе хватает. Тебе хватает, Алео. Давай, хорошо, брит. Ах, как не хочется. Давай, передвижение, минус агрессия, окей. А, можно Канарий до 10-го продвинуть. Это даст, во-первых, пару характеристик хороших, в частности, броню и пробивание. Но, может быть, здесь стоит ей тоже взять по единичке на будущее по обилкам. Броню-то есть уже кому пробивать. Нет, по идее, нужно подтягивать остальных. То есть 9, 8, 9, 10 уровень меня устраивает. Мне нужно подтягивать вот эти вот шестерок до 8 уровня. Для того, чтобы мне выпадали артефакты соответствующие. Поэтому надо качать Алео, Могра, Олли. Ну, следуя по этой логике. Если мне нужны хай-левельные девайсы, и они как бы выпадают. В конце концов, у меня уже есть 10 и 8, 10 и 9, а пользоваться я ими нормально не могу. Поэтому, наверное, имеет смысл. Подтянуть того же самого Могра. Ну, потому что у него напрашиваются
некоторые темы. Ему, кстати, по пассивкам может очень хорошо зайти, потому что у него хватает навыков для того, чтобы везде взять по единичке, и везде есть полезные штуки для него. То есть где-то отражение силы, где-то регенерация брони, где-то уклонение. То есть для танка, плюс ко всем атрибутам, наверное, самые ценные. То есть его вообще нужно под 10-й подтаскивать. Тогда он будет вообще держаться прекрасно. Поэтому я, наверное, его повышаю сейчас. Даю ему... Его пробивают чаще по броне. Надо единичку чего-нибудь. Вероятность восстановить броню 20-ка, да? Единичка там, единичка тут. Вероятность восстановить броню. И... Точно не крит. Вероятность восстановить... Отразить силу. Или тогда отразить броню, отразить силу. Для того, чтобы прям... Да, отразить броню, отразить силу. Раз, два, окей. На больше не хватает, к сожалению. А лето у нас с новым артефактом. Остальные все кукуют. Да, то есть тянем до 7 уровня вот этих вот двоих следующим шагом. И, соответственно, больше будет вариативности. Я смогу, например, Оле передать на дальность артефакт, если понадобится. То есть могу уже перекидывать артефакты, если что. Если, конечно, захочется. Потому что так... Да, надо подтягивать нубасов. И в какой-то момент времени прекращать ёшки-матрёшки. Кто будет первым, я не знаю. Верхние выглядят там более опасными. Давай перестраиваться. Так, Могр идет отвлекать верхних. Ты сюда, ты сюда, ты сюда, ты сюда, ты сюда. Так, да? Раз, два, три. Нет, даже вот так скорее. Потому что нижний особо не угрожает. Мне бы... Да, эти прикрывают от верхних. Здесь мы ворвемся, если что. Поехали. Когда ходит, это не скоро. Когда ходит, это не очень скоро, да? Все равно отступаем. Раз. Wait for it. Блин, от верхних валить надо. Прям валить, валить. Котлетка пробивает пока без сильного фанатизма тоже раз. Ой, там еще... А, это не... Это певчий? А, не-не-не-не-не! Здесь же герой! Здесь где-то герой! Сейчас будет ходить же этот. Здесь же герой. Твою же шметь, а! Вот же ж герой. Певчая. Вот она. Ой-ой-ой-ой-ой, я забыл про нее. И я забыл, как ее, как с ней бороться. Блин, твою же шметь. Я забыл, как с ней бороться. Тут явно пробиваем на максимум. Держимся. Здесь проходим, пробиваем этого упыря. Я забыл, как с ней бороться. Пробиваем. Она вселяется, она что-то еще деморализует тело любого погибшего, неуязвимо, почти не заклинание. Затем броня, что? Драгов величиной менее 7 взрывается. Ну что, классно. А, тут, кстати, нельзя пройти, это хорошо, я подблочиваю. Так, проще всего потом с этим разобраться. Ага, пес еще. Давай, наверное, даже когда ты будешь ходить, неважно. Подходи все-таки вот так вот. Или все-таки вдохновляющую сделаем за троечком.
Нет. Нельзя так опрометчиво тратиться. Тут всего 3 человека, мы можем с ними совладать. Поехали. Да, это уже Сундер. Слушайте, я бы хотел уже сюда встать, чтобы подблочить. Или даже проатаковать этого упыря. Кто? Олли будет атаковать его нормально. То есть мы встаем сюда. Делаем сразу клевую пронизывающую боль. На двоечку хватит ему. Она пока дойдет, мы тут немножко поубиваем. Но у нее там обманчивая штука. Она весьма маневренная. Помните, как в прошлый раз она мне ваншотнула просто? Ой, я помню. Пробиваю, не жалею, последнюю волю, потому что ну, мне не нужны. Не нужны пробивания брони. Здесь надо чуть-чуть передислоцироваться, добить этого упыря. Он сейчас будет ходить, а мне как раз слава нужна. За славой. For honor and victory. Эти в очереди, те в очереди. Очень хорошее расположение, на мой взгляд, войск. Так, у тебя что, ускорение, да? Надо запомнить, может быть, на одну битву будет полезно. Тут мы должны терпеть, но больновато на самом деле. Пробивают Могра, ему бы отступить для того, чтобы подрегенить броню. Ой, зря я сюда, конечно, с Лемингом пришел. Можно потеряться. Вдохновляющее точно. Надо вниз двигаться, короче говоря. Надо делать овер. Такой аккуратненький, потому что славы не хватает. Тут, к сожалению, назад. Блин, какая же она жесткая сейчас. Так, подходит, не подходит, не подходит. Подходит, но не скоро. Броню хочется пробить. Ну, а тогда я буду на месте стоять. Нужно ли мне это? Нужно. Пробиваем. Потому что это не дойдет, это не пробьет. А если не будет доставать брони, то я просто прострелю. Ой, я и так простреливаю за счет дальности. Надо разблокировать коня, будет легче. Здесь мы просто улыбаемся. Подходит, не доходит. Этот подходит, получает. Хорошо. Слава пошла. Так, ладно, пока она дойдет, мы реально сможем расправиться с большей частью врагов. И это очень хорошо, потому что здесь другая методика, не пилодж, а... Ну, короче, чем меньше врагов, тем чаще мы ходим. В идеале надо ее оставить одну и уже разбираться потихонечку. Уходит пес в инвиз. А Лео уходит, бафает, разблокирует коня. Снова Overwatch. Вообще без фанатизма, потому что здесь что-то... Хотя не, надо было. Надо было сейчас самое главное, потому что проходят уже лучники. Щит. Минус одна брони. Одна единица брони. Серьезно. Отдыхаем. Что он делает? В труп вселяется. Ой. ГГ. Убиваем. Но она уже близко. И... Это посос. Потому что она ходит сейчас. Она доходит до меня. У меня есть каменная стена. И я должен подставлять, к сожалению, Алеон. Потому что... Она отравляет? Нет, слава богу. Каменная стена первого уровня, но это лучшее, что я могу сделать. Блин, нет. Прострели! Ну где прострел-то, ёпрст? Болезнь на всех. Болезнь есть у нее. Ну чё, ГГшечка, что ты скажешь? Простреливаем броню. Надеюсь на то, что что-то здесь получится, но это забей просто. Это просто забей. Я не помню, что на таком расстоянии она работает. Уже 4 хп у Олли. 4, Карл. Что случилось? Жена порадовала. Я в шоке. Здесь, может быть, даже стоит сделать оскорбление, но
достаю с таким уровнем. Ну это ГГ. Ну то есть реально надо было не убивать так рано или встать на труп, например. Минус один. Ну, в смысле, минус 6 хп. Оли еле терпит. Надо опрокидывать дальше людей. Пытаясь оттолкнуть щитом. А это хреновый толчок такой. Крит удар по нему, он падает. Не нужно было вот этого убивать. Главное в упыре. Я его не убиваю никак. Где он ходит еще? С 20 силой. Поднял труп опять. Умер, правда. Может быть, да, даже это и лучше. Потому что он далеко. 10. Меня беспокоит больше всего стрелок. Это попа. О, выбили застежку кин какую-то зелененькую. Хорошую вроде тоже. У меня 3 хода, и потом я сдохну. Вдохновляющая речь. Рок-рок. А тут еще полный, понимаешь? Тут полный. Ничего не пропустил, такая. Отвратительно. Минус один. Вот это меня пугает, упырь. Подхожу могром. Ну, чисто, чтобы... Переподписан 6 месяцев. Чтобы армор у него снять. Все, Олли того. Его, ему остается на... На 2 хода. Здесь надо простреливать броньку тоже. По максимуму. Могром проходим, просто подставляемся. Хит снимает. Ну это да, это ГГ. Блин, я к этой вообще не был не готов. Вообще был не готов. Алет подходит. Подходит Алетом. Дует в рок. Overwatch. Вроде как должен пробивать, но это не точно. И упал. Олли. Твою налево. Может, я оскорблять попробую? Да каким макаром? Там оскорбление было уже слишком поздно. У тебя раньше оскорбление 3 клетки. Загружаем битву, друзья. Это еще минус одна попытка. Спасибо большое. The darkness of the cave had lost its charm when something sinister stirred. Да, это я, конечно, дал. Надо бы сейчас вспомнить. А, я сюда шел с леммингом. Ну, вот это первое изменение, которое я проведу. Идем вместе с Игилем, естественно. Я подтягивал Могра. Олете давал десяточку. Повышал Могра.
22, повышал еще с 3 на 4, сейчас могу еще сделать 7 уровень. Вопрос кому? Тут только у нас напряг. Тут много всего, но это все не нужно. То есть воля. В принципе, Алео хорошо может зайти. Максимум воли. 7 уровень. Есть что-нибудь на волю? Урон силы, таланты силы. Таланты воли, воли при отдыхе. У тебя троечка, да? При отдыхе. Но ты не отдыхаешь. Чаще всего тебе... А, таланты воли, а не плюс 3 воли. Ой, что мне не нравится то, что... Нет, дальность нормально. Да. Потяни Эгиля. Не, Эгиль... Я думаю, что, может быть, я заменю Эгиля на другого танка, потому что у Оли есть дублирующая обилка, активная способность, ради которой, собственно, Эгиль живет. И есть плюс еще второй танк, то есть здесь место вакантно. И, может быть, я не хочу туда просто вкидывать сейчас ресурсы. Поехали. Так, помним про то, что как только появляется первый труп, сразу начинаются проблемы. Появляется чувак с уроном 20, который отравляет. То есть мне нужно сделать так, чтобы перед врагом, чтобы все мои стояли в шахматном порядке. Вот по-хорошему надо так сделать, чтобы, по крайней мере, болезнь не распространялась так стремительно. Понимаете? Вот, поэтому я, пожалуй, попробую... Попробуем. Твою же шметь. Ну что я за человек-то такой, а? Блин, дурак. Надо сейчас пытаться этого задержать. Ой, критулечка влетела хорошо, он там 50-50. Возвращаемся. Надо конем попытаться остановить вот этого, пришпорить его. И здесь еще поснимать у этого товарища прилично жизни. А, 90% отражения. Ой, все. А, ты заблочил же? Не заблочил. Будет ходить. Ну, значит, Оля пострадает. Здесь мы в любом случае... Ага. Попади 80, прошу. Слава богу. Удачный выстрел. Оля получает 2 урона. Уже не слава богу. Идет игра у нас с вами. Так, вставать на трупы. Твою же шметь. Какой дурак. Ну что, не подрасчитал, что Алета будет ходить раньше, чем... Никаких овервотчей. Без толку. Не, номинальный овер надо делать. На единичку хотя бы. Потому что по разнице, из разницы по силе будет все равно какой-никакой урон. Хотя там силы нет, нифига. Но я все равно что-то рассказываю про разницу. Может, оттолкнуть его просто. Не нравится мне. И у того можно снять броню еще. Что-то не докинул. Так, что у нас здесь? Когда будет ходить? Не угрожает. Вот это будет следующим ходить. Это проблема реальная, потому что он же меня пробьет опять. Мне нужно его, у него снимать ХП. Ой, молодец какая. Вот Overwatch, пожалуйста. Пробоя нет, поэтому просто... Сюда будем встать еще. Давай вот шахматный порядок все-таки. Раз, два, единичку поставим. Ага, сейчас. Надо на труп вставать и сдвигаться в шахматном порядке. О, отражение пробивает, гады.
плохо. Так, ладно. Значит, так. 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 Сюда поставим танк какого-то никчемного. Туда, наверное, коняшку заведем, поставим. Она маневренная весьма. Здесь продолжаем Overwatch, но без фанатизма пока что. Подходит, тут танк нас встретит. Перегруппируюсь, встану на труп. Пробью по броне, потому что надо. Все уже, что ли? Нет, 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 не успел, не успел, не успел, не успел. Не добили, хорошо, 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 не убивайте его. Ой, хорошо, не трогаем. Ой, котлетка его не убила. Это такой подарок судьбы. Кстати, верхний не Алету может шатнуть. Так, нижнего не убиваем, просто не убиваем. А он не появится, нет? Потом, через какое-то время, он может просто ходить и бить. Могу его не трогать просто? Вот такой вопрос возник. Также не хочу. Не хочешь, что придется подставлять, извини. Снимаю броню, надеюсь на то, что он... Скраблять нон-стоп. Интересно было. Поздновато, кажется. Но он вроде не выходит из себя. Есть. Я могу просто терпеть выстрелы этого упыря, если он не будет выходить из... Мы стреляем! Стреляет. Ну! Ну! Алета, ты меня удивляешь. Он уже подошел, черт знает, насколько близко. А мы все думали, стрелять или не стрелять. Оскорбление, думаете, да? Давай оскорбление, окей. Поехали. Пусть пропускает ход. Не снижается урон у Алеты. Надо блокировать танком сверху. Алеты, скорее всего, надо... Ну, ей максимальный овер. Надеюсь, это не будет... Да, он не будет ходить, соответственно, не будет... Выстрел! Ой-ой-ой-ой! Там не пробиваем броню, потому что нет воодушевления, вот и все. Угрожает? Угрожает. Сильно? Не сильно. Походу так. Пробиваем броню у нас. Можно верхнего остановить. Не, тогда он побежит куда-то. Мне не нужно, чтобы он куда-то бежал. Мне нужно, чтобы просто ты стояла, принимала удар от этого упыря. Это же пробитие работает. Подошел, получил. Хорошо, держимся. Подходит, получает. Хорошо, но не так уж, чтобы очень. И Алета получает. Держись, конь. Он и так ходит. Какое? Зачем мне оскорбление? Я не совсем понимаю. Так, я просто Алета и урон не наношу. Вдохновляющий сам. Урон котлете лучше. Так, ты же только что сам говорил 2 минуты назад, что матерись на него. Крисали. Эксперты. Мамкин. Вот что за люди? Советуют, ни хрена не понимают, советуют. Ну это просто какое-то... Ну нельзя так делать. Безответственно абсолютно. Абсолютно безответственно. Ненавижу тебя, понял? Первый вообще. Ой, пес.
Пес, это плохо. Попади. Есть, молодец, птичка. Я сейчас больше всего пса боюсь, на самом деле. Этот не дойдет? Ну да, только до танка доходит. Пофиг. А вот пес меня цапнуть может. Понял. Ой, все, короче. Но я хожу первым. Стоит ли сейчас забить на остальных и взяться за этого упыря? Не угрожает, не угрожает, не угрожает. Определенно стоит. Нет, стоит оскорблять его. Подхожу, иду оскорблять уже. Все, хватит. Не оскорбил. Вдохновляющая речь. Поехали. Не добежал просто. Не тот уровень. А лето может восьмерку пробить. Я думаю, что нужно это делать. Восьмерку с максимальным вообще фанатизмом. 11 минус. Давай. А, Кри 22 просто! Ох! Это из-за вдохновляющих, за разницы по силе и крит. Ооо! Баланс. То есть скилл. Скилл на гиб. Капец. Ай да я. Ай да я. Ну 55% крита, что вы хотите. 55! 50! Ну ё-моё, ну вот можно было попасть, ну. Выпала хрень какая-то. А Лето единственная, кто попадает под удар, я её не подставляю. Ой, пошел вызывать. Ну давай еще экспы нам призови. Давай, давай, призывай. Призывай нам экспы. Возвращаюсь. Рок, рок. Открываем. Скип. 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 Ну где, 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 где? И он опять багует этот упырь. А, нет, не багует, вот, пожалуйста, стоит вот рядышком. Я не приметил, он как будто один из наших. Удачный выстрел. Спасибо. Тут хорошо отдохнули, хорошо ударили. Прекрасно добили. Коняшки тоже добили. Да, я просто механику еще подзабыл. Не знал, когда она вселяется. Потому что поближе должна подходить. Но мы справились, но потратили с вами сейв. Это было ужасно. А что лаг-то? У меня еще 4 человека ходило после Олет. То есть у меня 6 человек ходят. На 7 уровень какой-то предмет. То есть там даже если стандартный урон бы нанесли, мы все равно справились бы с вами. Надо запомнить. Пол пещеры, усеянный трещинами. Бежать было некуда. Места для сражений почти не оставалось. Это то, что мне нужно. Чем меньше места, тем лучше. Так, что за хрень? Таланты брони. Брони при отдыхе. 10% от атак по броне. Давайте славы. Ну, по идее, мне нужно Оля до 7-го тащить. Убирать Гили, брать Нубаса, одного из последних. Или качнуть Канарию, раз уж я все равно Нубаса беру. Мне кажется, что он вообще рандомно выбирает человека и смотрит его уровень, дает предмет. Как бы, потому что должен как-то с учитываться не только минимальный, максимальный. Не думал взять Вайрла Ивера, например, статы 16-17 все-таки. Возможно. Но нет. Варл у меня один есть. Пока. Так. Вообще я Могра качал. И мне нравилась эта тема, что прокачать его до 10-го, передать артефакты, он будет мегатанком. И, может быть, стоит придерживаться этого плана. Здесь есть уклонение еще.
Трачу 17 славы. Уклонение 5%, но это как бы только начало. И от атак силы, от атак по броне. То есть ему нужно напряг подкачать, еще единичку. Тогда у него 4 характеристики будет на десятку. Уберу Игилем. Не, не уберу Игиля. Я не могу его убрать, потому что у меня славы нет на лейминге. Может отдать Игиле тогда? Ничего, он 5 левела, мы его... Он ничего полезного не делает. Лучше уж с леймингом, чем с ним. Не, жалко. Умрет танк, у меня не будет страховки. Нельзя так делать. Fall of Max Payne, спасибо тебе за переподписку большую. Так, восьмой. Да, восьмой. Ок, 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 ок. Хочется, конечно, лейминга поставить, но нет у меня лейминга, друзья. Свободного. Игиль может спокойно танковать товарища 20 плюс сил под своей обилкой. А так не сможет сделать даже Могр. Ну, так сможет сделать Олли, например. Потому что у него такая же обилка есть. Как бы кэп. У Агиля-то... А, у него 16 армора, да. А здесь 12. Так что четверочек он проигрывает. Поехали, в общем. Трещины, ущелья, мало места. А я забыл, как они работают. Они волю высасывают. Высасывают силу воли, зависит от разницы количества очков воли. Мне нужно много воли, да? Ёшки-матрёшки. Так, давай сразу к... Они на дистанции еще работают, насколько я помню. Ушатываем по-быстрому одного. План такой. А, он за этим, за ущельем тоже находится. Хотя не знаю, где здесь можно пройти, где нельзя пройти. Ладно, поехали. Воодушевление, да. Или оскорбление даже лучше. Слушай, оскорбление здесь может лучше зайти. Да, поехали. Ну что, они там с каждым ходом становятся все опаснее и опаснее. Оскорбляем одного. 4, 8, 9, воля минус, высасывает волю. 19, 17. Так, Алета подходит, пробивает броню. Можно было оставить детка одного здесь. Остальным бежать на других. Да, я разделюсь. Я разделюсь. Так, чтобы сильно не подставляться еще. Так, давай попробуем его... Проатаковать даже так. Дачный выстрел. Как-то слабенько вышло, не? Наверху не пройти. Ладно, здесь справимся. Ой, не факт, ой, не факт. Давай так и помогать верхним. Ты же пропускал ход, алло! А, они чаще ходят в принципе. Я понял. Оскорбляем. Очень плохо. Ой, что я делаю? Не-не-не-не-не, спокойно, Миш. Расстреливаем. Что-то мне это не нравится, ребят. Во-первых, я, скорее всего, зря разделился. Верхнего оставляем в покое. Пробиваем всю броню. Сейчас отступаем и калечим. Сколько у меня там рейндж? Раз, два, три, четыре. Пять клеток вместе со мной. Раз, два, три, четыре. Опять ты зафейлил. Ну, ГГ, это для тебе. Минус конь. Блокирую коня. Хрена и делаем.
Так что я делаю? Чем я лезу на них? Минусы. 6 из 7. Последний сейв. A cavern floor riddled with crevices. There was nowhere to flee, and hardly any room to fight. Неправильно, что разделился, неправильно, что оставил. Надо всеми было убивать одного для начала. Что они ходят, если ты не убьешь одного, в полтора раза чаще. Ну, то есть, из-за того, что... Дурак. Просто дурак. Я когда с ними в первый раз в игре встречался, я с первого раза прошел. Оскорбления в этом режиме не работают. Спасибо за своевременный совет. Все на нежного для начала. Блин, я не помню, кто первый входит. А, он высасывает, хорошо. Они все высасывают первыми. Ладно, тогда убиваем. Последняя броня, сейчас убиваем первого. Сразу же, причем, понимаете, сразу же. Даже не успел скастовать. Раз. Что? 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 Как? Я не понял. А билд что ли? Да где написано? Высасывает волю в зависимости от разницы. Урон силе на один ход переносится на жертву. Тот человек, который его убивает, он... То есть он высасывает волю, и его нельзя в этот момент убивать теми людьми, которые... Охренеть. Я с ними встречался в игре только один раз, когда проходил. Один раз. Прошел с первого трая. И не было ситуации, что... Кастует бить нельзя. Спасибо за своевременную информацию. Блин, какие же... Ой. Ой, господи. Ой, господи. Так, повышаем уровень. Тот, на кого кастует враг, получает урон. Два сейва просто.
Но первый вообще не поэтому потратил. Ничего, осталось просто без потерь проходить, и все, ничего сложного нет. Зачем ты заблокировал ее? Вот он этого бьет, да? То есть мы у него снимаем броню. А, или он в принципе, я понял. Этого, окей. Кайф. И не перебить, да, эту хрень. А, тут не достает, кстати. Любопытно. Даже вот так подошел. Все равно подходит и бьет. Пипец. Так, ну сейчас не кастует зато, да? Или распространяется? Не, распространяется у дальнего. И здесь мы убираем. Просто взрыв. Окей. Сейчас передислоцируемся ближе к верхнему. Тот не достает, окей. Какая там дальность? Нормальная дальность. Коняшки сюда. Начинаем урабатывать. Даже обилки, пожалуй, с ядом. Вот я дурак, а? Вначале было описание, что если победишь битву, убегать можно использовать сейв. Не, не должно быть такого. Ну, то есть это возможно, но вряд ли. Яд Overwatch не срабатывает, к сожалению. Я подхожу активненько, пробиваю броню. Это высасывает, да? Просто высасывает волю. А, и наносит урон. Наносит урон. Скажи, ну, драк высасывает в зависимости от разницы от количества очков воли. Силу воли. Он может и силу, и волю высасывать. Понял. Уходим. Почему не протаковал? Потому что дурачок. Накидываемся здесь. Неправильно подошел. Хотя у тебя пробитие есть нормальной брони. Отходим, стреляем нормально. Сейчас троечка снимется из-за яда, он пробивает, мажет. Хотя броню он снимает, будь здоров. Наверное, я пойду даже дальше. Опять там воду мутит. Подхожу. Зря это. Подхожу. Willpower drained. Что воли нет совсем. Если у него нет ограничений по рейнджу, я просто...
просто не успеваю. У меня человек полшата был. А я там не пройду еще. Класс. Подходит, бьет. Ёппарасоты! Срочно в номер. 26 у него. Три брони раз. Пять брони два. Три брони три. Сейчас пробой не будет работать. Но все равно лучше два раза ударить по человеку без брони. Критулечка какая своевременная, критулечка! Все, он не пробьет теперь меня. Ой, кайф. Ну как кайф, тут удовольствие сомнительное. Минус два сейва. Мяс не остается. Седьмой уровень предмет. Для ткачей. У меня ткачей, вы помните, просто море. Пять славы, вообще класс. Четвертая, на пятом будет. Тесная подземная пещера, казалось, сама сдавливала со всех сторон. Бой шел не только за выживание, но и за здравый рассудок. И вот не знаю, что тебя ждет. Восемь славы, вообще, что ходил, что не ходил, капец. Только предмет получил. Уровень всех талантов. И волезаход. Может, даже Могру имеет смысл сейчас взять... Плюс два ко всем талантам, потому что у него три таланта. Да, наверное, возьмем. Теперь у него получается 20 вероятность поглотить 3 единицы брони, 20 отразить 3 силы и додж 15%. Так, я уже не хочу лемминга брать, если честно. То есть, ну вот серьезно, сейчас не самое лучшее время, чтобы брать леммингов. Поехали. Всем добрый вечер, мы сливаем. Ёпрсете. Твою же шметь. Здесь мы, похоже, остаемся. Три таких гада. Я еле справился с тремя. И еще псы, причем мне нужно ушатывать их как можно быстрее. Или нет, или по-другому. Сначала ушатать мелких. Боли будут выкидывать, высасывать. Ну я там умру. Короче, я перехожу вниз. Перехожу вниз. Какая грязь. Какая же все-таки это грязь. Давай сюда. Давай сюда. Давай сюда. Так вот. Блин. Ошибку, кажется, делаю. Но я не знаю, как мне там справиться сразу же. Хотя у меня ходов было больше. Вот в этом смысл на самом деле. Что я в два раза чаще, чем те упыри, хожу. И, скорее всего, мне надо было... с них начинать. Ну все, а лето минус. Сразу на старте. Да, неправильно действовал. Пробивает. Перегруппировываюсь. Урон по броне. Надо все равно акцент делать на вот этих упырях. На больших. Поэтому я подхожу, снимаю броню по максимуму, пока они не кастуют. Постараюсь сосредоточиться на убийстве их. Блин, у меня еще коняшка не работает. Или этого ушатается. Так надежнее. А туалет это убьют. Раз. Пес идет. Тут Overwatch есть. 9, хорошо. Это ерунда уже. Да, давай подставим человека такого.
Может, сразу броньку вам... Бронька против этого не поможет. Нет, такую броню ему. Отходит овер. Заблочил. 16 брони есть, я могу выставить. Начинает высасывать. Что, у кого? У Алета один хит. Бьет этот бес сейчас. Я должен его убивать. Ну, это глупо, конечно, этот с Алетой поступил. Это почти что ГГ уже все. Надо без нее справляться. Давайте, ладно. Капец. Это тоже высасывает что-то. Три брони. Три брони, король. Да ладно, доходит. Я не посчитал опять. Поезжешь, Мин. Слишком много ошибок, друзья. Слишком много ошибок. Такого не прощаю людям. Слишком много ошибок. Приглаждение надо бы сделать. Потом впиваться в правом. Расстреливать его. Пса прибьем. Он может умереть, кстати. Один хит, я понял. Обилка. Держимся, раз. Что делать? Алитка минус. С них начинай. Отталкиваясь от того, что много мелочевки, я должен вырубать сразу парочку, чтобы не было вот этих вот дистанционных вещей. Я такой траур, что я даже не могу ничего... Я не могу ничего сделать. Опускаются руки. Убивать будет неплохо. Теряю точно этого товарища, он никак не выживет. 20 силы. Вы серьезно? Он уже доходит.
А, да. Делаешь по своему. Да уже не важно, что я делаю, уже все, концовка. Поиграно. Еще спроси, почему я там ход пропустил, не сходил одним. Ой. 23 мы прошли сами. Очередного. Так. Канари. Блин, я же еще ткачей профукал всех. Нельзя ткачей брать на старте. Нужно первые сражения проходить вообще какими-нибудь нубасами. Сдавать их, славу брать. Брать просто каких-нибудь там Берси, Сигбьорнов, Крумров, коней. Плевать. И сливать все в одного, в двух. Кто мне нужен? Ну, по идее, все-таки тебе нужна до 6 уровня прокачать ту подругу. Ладно, поехали. Аркадно. Great warriors do not become legends by the battles they win. Там есть ошибка на 4 варлок, проходить достаточно интересно. Small village under dredge assault. Without help, the villagers would be crushed. Мы компанию, да, закончили записи. Блин, как же... Ну, не знал я этих товарищей нормально. Их способности. Готов к бою. Так, окей. Поехали. Располагаем... пацанов правильным, так более-менее поехали. Вот там уже с прощой стоит. Да сразу давай. Мочим раз. Зря. Надо было, конечно, с двуруча пробивать ему. Ну вот сейчас надо было атаковать, естественно. Пробитие брони один. Такое себе. Уже начинаю делать фигню. Это подойдет, успеет. Вот гад. Ладно, мне просто каким-то макаром выиграть это сражение нужно. Желательно при этом людей не терять. Что самое главное, потому что... Ой, слушайте, здесь же еще армор надо выщелкивать. А я же не выщелкиваю нифига армор. Ладно, давай бронированно отравляем. Тут больше никак не поступить. Прорывается упырь. Подходим, пробиваем милишного. Да, надо было, конечно, пробивать стрелка, который сейчас все равно подходит и стреляет. И здесь, естественно, по броне троечку, чтобы с плащем прошлось. Конечку бьют. Здесь тоже по броне в первую очередь, потому что, ну, пока что надо... готовится к этим двум большим. Ой, молодец. Не может пройти, пытается пробиться. Снижает броню своего же. Ты отдыхай. Держимся. Это имеет смысл вот этого товарища проатаковать. Потому что он уже подходит в следующий ход. И этого не надо допускать. Чтобы он сильно пробил. Пусть по броне лупит. Так, у меня тут лучник, который может перегруппироваться и может еще разок пробить по броне. Наверное, надо бить по броне вот этого товарища, потому что как бы вот мелкий особо не угрожает. А вот человек, который 17 уроном, он опасен. Просто бьем,
Неважно. Чё, гренка пошла. Охренеть, в самую гущу гренка. Но тут уже никак, тут надо отступать. Надо отступать, надо откидываться, отстреливаться. Если я успею вообще оттуда уйти, потому что меня уже блокируют. И здесь уже такая дилемма. Уходить или не уходить? Наверное, не уходить, просто сильно бьем со сплэшем. Тут особо смысла нет уходить. Заблокирован, конечно, я там знатно. Тут имеет смысл чуть-чуть отойти. Или даже пробить поэтому, но... Когда меня заденет? Да пофиг. Давай, пока есть возможность, пока ты живой, сплэш. Как раз там броню сняли, урон какой-никакой заходит. И надо помнить, что нам нужно этих товарищей всех отдать. Кроме вот этой вот подруги. Всех отдать. Всех. Еще снимаем броню, раз тут все еще сплэш. Этот уходит, начинает вызывать. Окей. Пробиваем. Очень медленно бьется, потому что брони много у людей. Взрывы. Больно, неприятно. Что ж поделать? Приходится. Забиваем одного. А пробиваем еще второму броню и этому немножко. Все еще подтупливает товарищ. Держимся, держимся, нормально все. Подойдем сейчас с плашанем. На-ка! Выпала какая-то кусок сыра. Здесь потихонечку последнюю броню раз-два снимаем. Он продолжает вызывать и вызвал врага. У этого мало, в принципе, нормально. Там самый опасный из этих лучник остался. Потому что он с броней, у этого вообще брони нет. То есть он так, на один ход. Еще одна гренка пошла. Так, все киллы Дейдри. Хотя, Канари, точнее. Хотя не идет в общий зачет, к сожалению. Так, да прорубаемся, наверное. Уверенно, видите как. О, сплэш работает, я не знал, что сплэш по этой штуке работает. Вот это новость. Знал бы, конечно, рубил бы активнее. Тут удар, естественно. И надо потихонечку сдавать уже. Сдавать надо. Естественно, желательно бы довести до нужной кондиции, так скажем, вот этого упыря 8-10, чтобы не пришлось одному потом убиваться. Хотя можно, нужно, наверное, сейчас терпеть, потому что... О, хорошо. Один минус. Уже успех, я считаю. Подходим и отстреливаем. Броньку снять не лишнюю, конечно. По последнему упыря. Вообще не лишнюю. Силы у них есть, они будут нормально мне убивать оставшихся. А вот броня им не нужна. Не-не-не. Не рано ли сдаешь, может набрать 5 артов третьего уровня. Да не, нормально, я просто других возьму и все. Товарищи. То есть эти персонажи мне особо не нужны. Хотя, блин. А какой смысл реально? Мне же вернут те же самые деньги. Только в том, что я пойду, типа,
ограниченным количеством высокоуровневых. Реально, зачем мне сейчас всех сдавать? Кто знает? Никто, я думаю, не знает. Да, реально. Что, мне предлагаете вот с этим стадом потом играть? Не-не-не-не-не. Сейчас посмотрим. Еще минус один. Давайте, давайте, давайте. Убивайте меня полностью. Нормальные ястребы, ты чего? Да, отлично. Я что, я ничего? Вообще, сдавать надо, наверное, со второй миссии, когда у тебя появляется артефакт, который типа на сдачу. А сейчас действительно смысла что-то уже не вижу в сдаче. Может, он и есть, но я его как-то потерял. Подошел танковать нормально этим коником. Ну, видимо, конями ему придется. Коняшками. Так себе вообще решение, честно скажу. Я его сам не понял. Сейчас у нас, с одной стороны, ситуативно будет много славы, но мы не можем с вами просто так взять и эту славу влететь в одного человека. Потому что враги будут ходить чаще. Тут другая методика. Да, я понял. Погибли, погибли, погибли. Я же ничего сверх не получу. Сверх того, что у меня есть. По славе имеется в виду. Я просто взял и похоронил этих людей. Причем набрал каких-то нубасов. С одной стороны, хорошо, что я типа не потерял нужных, потому что не набрал нужных. Но... Через покрытую снегом рощицу прошли еще драги. Их семьи стреляли на бегу. Так, ладно, сбагриваем, в общем. По 5 мне славу дают. По 5, Карл. Вообще, шило на мыло. Это что такое? Атаки никогда не отражаются. Сейчас нужно потратить эти же самые 15 славы по-хорошему для того, чтобы набрать еще народу. Что? Ну вот. Может, заново одна битва? Да не, нормально все. Там все равно с запасом. Главное не брать всяких хейвендов на старте, а лето не брать на старте. Нужны люди, которые прям рубят. Давай, Больверк. Для... О, кстати, атаки никогда не отражаются. Хорошо, можно на него накинуть. Где есть Больверк, там есть Фолька. Если они выживут вдвоем, будет замечательно. Ну, нет, так нет. И кто под эту странную компашку еще может зайти? Лучники хорошо мне там заходили, но они также быстро на старте ушатываются. Я Канари, конечно, сейчас буду прокачивать. Это топовая дама с двумя обилками. Ей, соответственно, необходимо взять... Так. Повысить до 5 нужно 9, да? Угу. Ну, вот, собственно, в нее вливаем экспу. И за 5 еще возьмем... Но эта связка, кстати, может у меня выжить. Ведь я, скорее всего, хранить буду постепенно по мере появления предметов. Но мне, на самом деле, уже нужен еще один толковый герой, который особо не будет умирать. Может быть, Ивер. Или, например... Или для темпа взять Хакана какого-нибудь. Один из последних ястребов. Нет. Что мне нужно? Стрелков нет. Ладно, давай тогда возьмем Урса изначально с поджогом. Может зайти в массовочках. Может зайти. По приоритетам.
Боливерк Фолька, Канари первая, Урса, дальше Нубасы. Поехали. Эгиль, Эрика. Ага, сейчас. Все, так. Угу. Что-то тут выглядит все не очень на старте хорошо, если честно. Вообще не очень хорошо выглядит все это. Надо подкачивать, я полагаю. Ходить будет этот тупырь в первую очередь. Его вообще-то хорошо было бы подрезать, если честно. Давайте наверх. Ах ты какой, блин, что ты делаешь? Ой, Вася, как же ты ходишь-то криво. Урса надо. Просто. Похоже на... Так, ну что, Урса у нас занимается только тем, что... Не, да, Урса стреляет по... Зажигает, в общем, да. А мы такие зажигаем. Пам-пам-пам, парам-пам-пам. Время заканчивается. Я не знаю, как я тут спасти Урсу могу вообще. Не вижу вариант, если честно. Пробить на максимальном напряге и попробовать это и выстрелить, но там все равно будет хрень. Лучше уж вот так сделать два раза. Реально есть шансы выжить. Да, выжил. Так, ну что, Больверк. Подставляться мы не хотим наверх, да? Отбор слабых ты не сможешь сделать. Ты улыбаешься, ждешь. На сединичке застрял. Фолькой бы хорошо было снять броню. Подойти так, пробить сюда. Даже со сплэшем пусть. Урса и валить, но при этом еще поджигать как-нибудь вот так. Не так, да? Вот так, значит. Раз, два, три, и там еще клеточка наверху может зажечь. Урса хороша, конечно, по ДПС тоже. Я ее не использовал. Ай, исключительно... Ай, коню больно. Может оттолкнуть через огонь? Да, давай оттолкнем через огонь этого. И го-го. Нормально. Это будет ходить, не дойдет. Ок. Чуть назад. Погорит? Погорел. Так, ну тут, конечно, очень хорошо стоят. Этот не доходит. Этот под фолькой. Соответственно, надо шатать броню. И мы шатаем броню. Причем по максимуму не церемонится, не жалея сил. Кто следующий? Этот, да? Там Больверк зайдет. Так что, наверное, я все-таки подойду... А кто дальше? Это тупырь, да? А кто дальше? Это тупырь. Плевать или не плевать? Не совсем, на самом деле. Давай-ка вот так вот. Поэтому его надо будет ушатать. Сплэш, сплэш, сплэш. Здесь Больверк красиво. Красиво заходит и пробивает просто дважды. Или подождите, отбор слабых можно сделать. Там ничего не горит.
вроде должен два раза убить. А, он один раз бьет. Ладно, хорошо. Так и задумано, он как раз сейчас будет вызывать подкреп. Так, а вот Фолечка, наверное, должна уже не пробивать броню, а при... Хотя он не угрожает особо, да? Дойдет, не дойдет. То есть, в принципе, можно бахать по броне. Наверное. Давай так, 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 так. Это забил. Здесь горящий шлак прекрасно на троих. Раз, два, три, по двоечке. Это ДПС, я понимаю. Это еще единичка, единичка. Доходит, не доходит. Отдавать мне осла или не отдавать? Вот в чем вопрос. Толкнуть я на шлак не могу, к сожалению. Могу, в принципе, его толкнуть. Так, подальше. Агиль один из топовых, закидываешь его первым ходом в кучу врагов под щитом. Они в него волю харят, родит на остальные половины разбираешь, щитом добиваешь остальных. Да, хорошо. Спасибо. Спасибо, спасибо. Сильно. Это было как минимум опасно. Добиваем. Пробиваем. Вольверк вырывается. И 2 по 4. Так, этот внизу. Здесь добиваем. И выпадает какое-то странное кольцо. Обсидиановое кольцо. Слушайте, я в принципе могу... такими силами даже и посражаться. Экспу, конечно, надо давать только кентавру. Ну, потому что... Два раза по пять же, да? Нет, 5-3. Это было бы совсем имбы, если бы он еще второй на силе воли повышенный бы давал. Плюс 2 кольцо силы. Плохо, Больверку зайдет. Я думаю, что несколько сражений, по крайней мере, до пятого, надо пройти составом, который... Ну... То есть качать одного-двух персонажей, остальные мясцо в расход, которые будем пускать позже. Желательно никого не терять, но... Не распыляться на мелочевку. В этой бригаде перспективные товарищи трое. Это Больверк с Фолькой и Конь. В остальных я что-то пока не верю. Так, да, две силы Больверк получает. Атаки никогда не отражаются. Я бы похоронил этот артефакт вместе с Нубасом Конем. Вот тратить славу в Больверка не хочу. Повышу до следующего уровня коннорожденную. Ей силу. Или броню. Она пока принимает довольно серьезный на себя удар. Давай броню, раз она у нас такая перспективная и хорошая. Лучше ей выдать. Так, хороним мы Роэха. Поехали. Ауруси можно Overwatch качать? Я не уверен, я не докачивал ее так далеко. Узнаю это сражение. Опасное, сложное, но здесь местами помогают вот эти вот неровности. И, кстати, скоро будет сражение с подкреплением. Тут всего один стрелок, которого вообще-то хорошо было бы ушатать Больверком с Фолькой. И хорошо здесь можно будет от зоны играть, поджигать Урсы. Обратный отчет к интересному, представляете? Windows мне предлагает обновиться опять. Как же они... Какими же стали они навязчивыми с этими обновлениями? Так, пока их много, можно на самом деле даже было и ворваться в стрелка. Но не могу я этого сделать, поэтому мы просто улыбаемся.
Можно надевать арты на мертвых героев? Нет. Это было бы слишком... слишком простым. Блин, близко, конечно, этот упырь. Надеюсь, он сейчас... Но, видите, не подходит еще. Так, чтобы можно было его прям сразу шатнуть. Ну, я могу? Не могу. Плохо. Да, у них иногда бывает из-за преград глюки. Это норм. Только чуть ближе. Даже, наверное, потрачу славу, чтобы мне не сильно Бульверка, если что, пробил этот товарищ. Хотя у него силы меньше, чем... Заблочил стрелка. С другой стороны, я могу подойти вот так вот. И начать уже работать по броне. И его, и дальнего. Он простреливает. А, бомбочка, хорошо. Значит, этих двоих в первую очередь ушатываем. Тем более, бомбочка у нас как раз прям на всех. О, чуть ближе. Неправильное расположение немножечко. Здесь имеет смысл подойти, наверное, даже. Так. Пробиваем с фанатизмом. Раз-два, убиваем сразу. Теперь надо приниматься за этого упыря. Прям именно приниматься. То есть я должен его ушатывать. Для этого нужно и по броне пробить сильно, и подтащить наших стрелков. Иначе никак. А он вот-вот уже будет ходить. Пробью-ка я ему броню. Ой, в смысле, не броню, а ХП. К сожалению, только так. Этот доходит, да, вот гад, пробьет. Ну, кони не держат удар. Кони не очень в моем исполнении. Ладно, подходим так. Вот он, опасный удар. Ольверку не очень хорошо. Вдруг стало... Назад, пофиг, отравление. Все равно пока нет смысла по броне работать. Тут верхних имеет смысл как-то по... приструнить. Но пока бомбы не рванули... А, они не рванули же уже. Ой, плохо, что они разделяются, в раз... по разным сторонам побежали. Прям очень плохо. Да, я пробью броню разок и ударю. Видите, по разным направлениям. Ну, очень хорошо. АИ работает, класс. Прям шикарно. Пробиваем этого. Не оставляем единички, это не оригинальная игра, поэтому тут желательно ушатывать сразу. Этот. Наверное, все-таки стоит вот сюда подойти и поджечь этого, потому что горящий шлак все равно будет идти. Ну, пригодится он на двух дальних. Что им, они тут, видите, он и погорел немножко, и, соответственно, не пробивает броню уже после этого. Так что все нормально. Ну, лучше добить. Хотя он отравлен, не надо было этого делать. Ожидание. Здесь уже по броне, естественно. Раз, два, сплэш. Это подходит упырь, да? Подходит. Но я с этим ничего не сделаю уже. Не достаю ничем. Поэтому посмотрим, как мне Боливерка пытаются. А, нет, коня. А-а-а! Больно. Так, тут не добегают. Поэтому спокойненько. Опять по броне разок. Удар потом. Слабенько. Только не подходя, просто тоже пробивает броню. Те там подтупливают. Немножечко. Я подошел там, попробовал поджечь дальше. Мне кажется, что лучше пока что ушатать этого, у которого там 10 силы все еще. Потом уже как-нибудь, да, стрелять. Здесь продолжаем на последнюю волю пробивать броню у трех оставшихся, плотных причем.
Но здесь было бы неплохо, наверное, прострелить по этому гаду уже. Брони у него мало, а он на следующий ход опять же подходит. Больверк держится. Больверка не хочу подставлять, если честно, пока что. Особенно под человека, у которого 17. Поэтому я чуть назад ему хожу. Этот подтупливает и своих. Броню снимает. Шикарно. Минус 4. Этот не доходит, этот тоже не доходит. Спокойно подтягиваемся. Убиваем мелюзгу. Здесь можно падж... Женя, когда принесли. Что ты, Катя? Что делаешь? Рассказывай. Зачем ты это делаешь? Ой, ну это, конечно, да. Так. Рок-рок. Горящий шлак. Этот явно к нам пойдет. Он и сейчас загорится на двоечку. И еще погорит. Очень хорошо погорит. И мы отдаем, да, этого упыря? Ро... Я хотел не Дейдры отдавать, а Ро Эхо. Вот этого надо было отдавать. Сейчас подставим. Сейчас подставим. А он, видите, что творит? Не хочет подходить. Что странно. Горящий шлак по-прежнему. Верхнего подставляем коня, отдаем предмет. Да, это Ро-Эх. Подходит уверенно. Пробивает даже не ХП, а броню, чтобы остальным было проще. Ну, ему сейчас достанется, конечно. У коня есть танк, который на босс работает. Очень жаль, что мы его сейчас отдадим тогда. Можно, конечно, спасти, но нет. Идет, ну слава тебе, Господи. Пошел, подгорел. Прекрасно. Убиваем. Да, со второго раза, конечно, Опа, выпало что-то полезное. Стреляем просто. С места. Ну, чтобы пробой работал. Здесь, естественно, брыкаемся до последнего. Если что, можно давать арты трупам. Что? Пожалуйста, эксперты, подтвердите или опровергните эту информацию. Что мне раньше говорили, что нельзя такого делать. Вроде нельзя, говорят. Не, ну, говорит же, что можно. Кто в курсе? Ладно. Можно говорить сию. Ой! Так, печать Ярла 3-го левела. Что это значит? Это значит, что мы могли не заморачиваться относительно людей. То есть их стоит... Не, на самом деле можно брать пока что пацанов не очень серьезных, потому что та же самая Лета начинает играть там, когда у нее появляется Overwatch. На пятом обязательно нужно двойную битву выиграть. И я не знаю пока... Плюс один воли за ход. Я пока не знаю. Но мы хороним нашего Роэха за 14. Мне кажется, что Больверк с Фолькой могут затащить. Урса тоже молодец. Она такая рандомная. Из-за очень низкой брони. Ну и, кстати, можно в первую очередь броню апнуть, чтобы ее там стрелки не сильно прессовали. Канарий выше пятого пока не стоит. Две билки так работают у нее. И так на пределе, если что. Вольверку хорошо, потому что плюс две силы зайдет здесь сейчас. И следующий левел ап плюс две брони тоже зайдет здесь сейчас. Две силы в первую очередь.
Или пробитие, или броня. Броня. Все, больше никого пока повысить не могу. Не, могу. Семерочка. Фолька или Урса? Урса или Фолька? Фолька не пробивают, Урсе полезнее. Как-то не странно, тоже броня. У нее там второй уровень горящего шлака. Я вчетвером иду, да, как дурак? Вчетвером... Блин, тебе герой нужен. Уже поздно. Сейчас будет сложнее. На 20%. А, ну это сравнительно простая штука. Здесь псы, насколько я помню. И позиционка очень хорошая будет. То есть мы и спокойно жечь можем, и спокойно стрелять хорошо. Я, наверное, только подставлю сначала Фольку, потом Вольверка. Плюс мы здесь выигрываем немножечко свободного места, чтобы стреляли пони лучше. Поехали. Все, ожидание. Следующая битва — это пятая по счету. Соответственно, там можно взять две волны. И нам после этого дадут, во-первых, бонусную славу из-за убитых, если мы убьем вторую волну. И артефакт дают бонусный, и еще бонусную славу за прохождение, и еще дадут сейв. То есть очень важно именно пройти хорошо следующую битву. А что 5 бойцов? Да я забыл, что после того, как я пожертвовал одного, нужно было, конечно... Сейчас Вольверк очень хороший урон наносит. 15 силы. Под Фолечкой можно танковать. Я в прошлый трай, ну, по сути, там, первый нормальный, так наошибался. Стольких посливал. И Фольку посливал. И Урсу посливал. Всех лучников, всех ткачей. По-хорошему надо выходить, конечно, к теме с одним ткачом, который нон-стоп просто восстанавливает броню, если это необходимо. К котлетке, я не знаю, как от нее избавиться, если честно. Ну, поехали. Раз, два. Просто. Аж зря вышел. Бритва. Да, бритва. Плюс три воли при отдыхе. Это хорошая тема. Надо немножко отступить, чтобы они здесь толпились. Это стоит сделать. Уже отступать этим не стоит, потому что уже можно пробивать по броне, чтобы проходил сплэш. Вольверк пропускает по силе. Я отступаю. Подвожу Фольку, причем отбрыкиваться буду, наверное, Фолькой. Урса может уже по пробоям нормальный урон нанести. Семерку закидывает. Да, без фанатизма. Поджигать будем чуть позже, когда покучнее встанут ребята. Еще семерка. Может быть, зря я так этого убил, потому что сейчас семнашка может подойти мне вжукнуть. Это я не рассчитал. И начинает терпеть мне из-за этого Вольверка. Безусловно, ошибка. Уж поделать, сейчас придется пробивать у него броню. Вольверк. Он из... больше мне надо получать, чтобы выше 13 силы. А ни у кого выше 13 силы нет. Вот в чем дело. Поэтому, конечно, погрызут. Нормально. Но не так, чтобы... Вот, а потом Урса сюда закидывает какой-нибудь горящий шлак. А, пес уже там. Тогда, наверное, просто атака. На четверочку хватит. Пес уже просочился каким-то макаром. Все, этот подблочил. Соответственно, здесь мы... Может, Боливер? Не надо его блокировать. И не надо отравлять.
просто пробивай броню из расчета, что подальше как постреляешь. Чуть-чуть. Этот тоже джойнится. Приятно весьма. Здесь нормально держимся. Тут простреливаем по дальнему по броне. Можно с фанатизмом это делать, потому что у него 16 брони. Проходит сплэш. А пробивать или не пробивать? Вот еще вопрос. Я думаю, что стоит пробить, то есть пройти сюда, проатаковать, наверное, так по броне, а второй раз, может быть, поэтому удастся. Ну и сплэш еще проходит. Здесь мы фолькой, ничего не остается, как пробивать так. Псы далеко, не угрожает более вверху никто. Здесь можно поджечь двоих будет. Только надо обойти пса. Обходим пса, поджигаем двоих. Уменьшаем еще на двоечку. Хорошо, еще на троечку. И Колька держится. Прекрасно, друзья. Просто прекрасно. Косим еще броню, доводим почти до нуля. Десятка не пробьет. Здесь пробиваем восьмерку. Слушай, с этой бригадой можно, в общем-то, и... Отбор слабых у меня нет. Отбор слабых, к сожалению. Делаем так, отбор слабых, раз. И второй удар по броне и просто удар. Первый раз, наверное, я использовал адекватным образом отбор слабых. Ну, пес там грызет, конечно, да. Ничего-ничего. Пробиваем пса. Еще один пес вон весь входит. Подгорает немножечко. Че, пробиваем урсой. Раненого пса. Здесь пробиваем тоже с волей нормальным. Этот ничего сделать не может. Хорошо. Так, следующее сражение будет значительно сложнее. Потому что, во-первых, оно двойное, во-вторых, здесь не будет такой халявы в плане позиции. И очень важно сейчас понять, ой, кого мне шестым брать. С одной стороны, появляется бритва, и вроде как бери ткача. Бери ткача и восстанавливай армор. Это и правильно. Отряд прижали к бездонной пропасти. Бушевала яростный бой, смертельный бой. Это с этими, с укреплениями. И сзади у нас тупичок. Или как-то мы отгорожены будем. Брит по воле при отдыхе. Ну, напрашивается либо эйвент, либо этот. Это. Сложность нормальная, сложность высокая. Нормальный мы не играем. Не хочу я Эвин добрать, он такой упырь. Просто. Но лучше он, чем сразу Тум. Берем героя. Ой, Эвин. Я ему не смогу поднять уровень из-за... Потому что не хватает славы. Уровень восстановления при отдыхе. Воле захода Эвинду тогда бахаем. Норильский никельс есть. А никельса я не видел. Никельса нет. Гудмундр есть. С богом, друзья. Сейчас вспоминаем, что за бой. Пытаемся понять, как лучше расположиться. Да, баррикады, но народу очень много. Два стрелка слева находятся. И это, конечно, проблема. Плюс после этого же будет еще один бой. Вот это самая большая сложность. Мне нужно каким-то макаром ушатать стрелков. Более-менее сейфово причем. Я не могу просто так взять и бежать вперед. Хотя и хочется, если честно. Очень хочется. Они будут работать очень поздно. То есть я бегу на стрелков, в общем.
Да, и ты просто бежишь на стрелков и травишь одного. И он убегает. Все. На этом стрелки закончились. Стрелок. Один из двух. Но стоит ли подходить боль вверху? К этому стрелку. Я думаю, что стоит ему, в принципе, чуть-чуть подойти. Чтобы ты был в зоне поражения. Дальше поставить рядом с Фольку, именно с блоком. Урсе подходить, сжечь, там уже кучность колоссальная. Ой, какая там кучность, а? А я не достану все равно. Я по максимуму подхожу, в надежде, что кину шлак. Шлак-то кидаю, но этот уйдет. Может быть, даже и к лучшему, что он подгорит и уйдет. Потому что здесь надо поджигать, потому что здесь, ну, бегают все, просто все. Чуть ближе. Он подходит. Поджог. Шикарно. Эйвен чуть поближе. Сейчас стрелки отравляется. У него уже силы мало. Он пробивает только броню. Второй подходит, не доходит. Кидает бомбу. Так, это неплохо, кстати. Это предмет для кайта, во-первых. Во-вторых, я могу попробовать... да, это предмет для кайта. Это все должно выкачиваться просто. Просто выкачиваться. Нафиг нужно. Яд работает? Работает. Огонь работает? Работает. Не надо. Ах ты, сучок. Только больверк не работает. Одна проблема. Все, я пошел в разнос, короче. Точно? Нет. А ты не можешь ничего сделать. Сам взял, заблочил Больверка. Ну нахрена я это сделал? Ну, сейчас мне придется Фолькой с ним там как-то стоять. Пытаться вытанковывать. Подходит, горят. Снова зажигать надо. Доходит. Уходим. Надо вот по этому достать. Идеально. Там и взрывы, и поджог, и там по троим сразу. Это шикарно будет. Хорошо, это горит еще. Не сильно угрожает. Угрожает, да? Травим, не травим? Или все-таки арморчик снимем? Я думаю, арморчик тут лучше. Ну, потому что 1, 2, 3, 4, 5. Подходит, бьет 13. Пробивает единичку. Сколько помогает. Так, по углам как? 1, 2, 3. Вижу, что можно вжухнуть. 1, 2, 3, 4 даже. Шикардос. 1, 2, 3, 4. Поехали. Точно? 1, 2, 3. Сюда не перескочит. Нормально. Ой, Эйвен сейчас зажечь должен. Раз. 1, 2, 3, 4. Ох. И взрыв еще. Капец, там такие битые люди. Держись. Кто следующий? Ерунда. Не дойдет. Ерунда. Вот это вот нужно мне. Или все-таки армор еще. Армор, наверное, лучше. Так будет потом мне проще. Понимаете? Пробиваем армор. Больверк тоже, наверное, по армору сначала. На троечка, а потом уже удар. А где сплэш-то? Ё-моё. Заблочил. Хорошо. Фолечка, что будем делать? Этого убивать нельзя. Снова блок. Кто ходит? Этот ходит. Кевинду нельзя пускать. Короче, подходить и ставить блок. Потом доставить одного под... Подходит, погорел еще. Кевинду прошел. Сказал, если не буду пускать Кевинду, пустил Кевинду. Вот опасный кадр.
Надо его кайтить или... Я не знаю, что с ним делать, если честно. Отстреливаем пока Урса этого, потому что у нее все равно поджога нет. Семерка опасна. Я не уверен, что смогу здесь вытащить остальных. Здесь надо... травить, скорее всего. Травить, а потом калечить. А на две клетки хватит. Травим. Ну что, этот очень плотный, у него 18 брони, я их не сниму так быстро. Здесь имеет смысл поднять армор. Скорее всего. Будет ходить не скоро. Ремонтирую больверком. Сейчас надо калечить отравленного. Этот просто броню 2-3 снимет. Ты, соответственно, ты же добегаешь, да, добегаешь, это мне совсем не нужно. Пригвождение. Кажется, двойное, может быть, лучше сделать. Я не уверен, дойдет или не дойдет. Кажется, он не доходил так или иначе. Так, здесь Больверк либо ушатывает... А, он только одного может ушатать, да? А, тогда Больверка дойдут. Тогда вот так. Тогда мы убиваем этого упыря. Я понимаю, что можно одного за другим, но это не надо делать. Все. Ну, сейчас уже можно. Отдыхай. 7-6. Ты будешь ходить, да? Троечка. Надо. Блин, это скоро тоже будет ходить. Опять. Убиваю броню. Мне не нравится эта ситуация. Вольверк не успеет до него, да? А если раз, два, пробить молнию этого товарища? Нет, на Вольверка пойдет. Я не знаю. Я не знаю. Нет, Эйвинда нельзя подставлять назад. Ремонтируюсь сам. Нет, не могу. Так, здесь я должен ушатывать просто, а Боливер должен идти этого ДПС. Ладно, давай так, чтобы бочку не трогать. Урон один, максимум брони пробиваем. Хорошо, 4. И единица, есть. Сделали из него абсолютно бесполезного, бесполезное создание. Делаем, соответственно, бесполезного из, ну, из этого тоже бесполезного, чтобы единичка осталась. Здесь просто отдыхаем. Всеми отдыхаем, готовимся ко второй волне. Ремонтируемся, отдыхаем. Готовимся. Этого стоит пробить. Больверк дойдет? Дойдет, значит, не стоит. Я, наверное, сгруппируюсь. Сначала еще. Отдыхаю, перегруппировываюсь. Опять он за свое. Так, у него уже 8, кстати. Надо ремонтироваться уже потихонечку. Себя я не могу ремонтировать, все забываю. Есть тут люди. 3 хода желательно подождать. Это раз. Я не помню, какие там войска будут на подкрепе. Подсказывает, что я могу не выстоять. Кажется, в первый раз было немного. Типа там 6 обычных упырей. Еще один ремонт. Фолькум. Отдых, отдых, отдых. Еще далеко не все. Ну, Турсов фуловая. Но у нее артефакт есть просто соответствующий.
останавливаем Урсом. Это последний отдых, я полагаю. Хотя тут не все еще, далеко не все. Тут 3 из 5. Фуловый он бьет. Все, это полное. Останавливаем. Жуть. Так. 3 из 5. 4 из 5. 5 из 5. 6 из 6. Все, по сути, можно уже добивать. Фуловые. И добиваем. Все, с Богом, друзья. Подкрепа пошла. Так. Едва вы собрались удалиться с поля боя, после победы на нем появляются новые враги атаковать. Двое сразу в тылу. Трое сразу в тылу. Хорошо, они не сразу ходят. Нет, сразу ходят. Пытаюсь 70%. Пробей, пожалуйста. Нет! Капец! Вольверк сразу получает по лицу. Ой, там справа еще до хрена народу. Травлю. Ай, зачем это? Ремонт на Боливерка там вроде. Единичка армора. Капец. Этот не доходит. Хорошо, так и оставим. Надо дойти вот этого протаковать. Главное сейчас не пересердствовать. Эти трое — это только начало. Конечно, у меня будет немножко времени, чтобы... Зачем вот ты подставил подругу сюда, скажи? Вот нахрена ты это сделал? Может, просто тогда так? Не, нельзя так. Это кто у нас? Как тебя звать-то? Черт, пропустил ход. Может быть, это и к лучшему, потому что... Сейчас бы я своего протаковал бы. Пробиваю. Не жалею. Что ты сделал? Ты не посмотрел, что он отходит. Ой, ошибка на ошибке. О, ладно, Урса, ей пофиг на ранение. Жопа. Какая же это жопа. Так, этот уже рядом, он подойдет, следующий ход. Ладно, это раз. Более же кого-то из этих должен ушатывать. Отбор слабых не пройдет. Пробиваем. Раз, два. Отходит дальний. Мега опасно еще в самом конце. Семерка все еще пробивает по телу. Это подходит. Пробивает по коню тоже. Но вот это было не так опасно. Опаснее будет вот этот упырь. Надо блочить его фолькой. Ну как блочить? Блочить-то я его не смогу. Может быть, мне тогда встать и прикрыть. Да, пожалуй, сделаю вот так. Прикрываем от уроном. Тут, конечно, полный бардак.
Ближайший-то когда? Ну, алло. Этот, да? Или все-таки шлаком двоих? Там, глядишь, как-нибудь выйдем отсюда, да? Давай. Ну, два, плюс еще, если бегать будут неадекватно, то... Я себя, конечно, маневренности сильно лишаю, но... Так, что у тебя есть? Отравление. Стоит ли тратить? Не особо. Вот честно, не особо. Надо как-то тех группировать, они уже в разнобой пошли. Тут подходит, атакует Польку, хорошо она танкует. Здесь мы постепенно восстанавливаем броню. Ну так, аккуратненько просто. 5-3. Меня вот эти вот больше беспокоит уже. Что я, ну, ничего не могу сделать. Они подойдут и начнут рубить. Перегруппировываемся сюда. Добиваем этого упыря. Чтоб не мешал, мне нужно здесь... Нужна возможность бегать вокруг. Ну, здесь напрашивается, конечно, удар по броне. Сильный удар. Так, поскольку мы не бьем, поэтому... Сколько это наше все. Держимся. Скорее всего, оборону будем рядом с Фолькой держать. 3 хп пробивает по броне. Фолька повышает себе еще брони. И прикрывает... Немножечко. Здесь должна выходить на арену уже Урсом и пытаться уже под АУЕшечку. Не, она отдыхает просто. Отдыхает и восстанавливает 4 силы воли. Что, конечно, очень важно. Тут тоже отдых, потому что я не могу банально этого убить. Колька держит удар. Это очень хорошо. Что там у нас по раз-два? Можно молнией шандарахнуть. И вроде как без серьезных последствий. Тем более, что мне пока что кроме этого ничего... Нечего делать. Бахаем поэтому. Молнии. Кого же должно назвать выше? Конечно, меньше, что. Подкорит. Не должен пробивать хорошо. Только держит удар. Молодец. А, здесь можно травить, потому что человек с таким количеством брони опасен. Пусть стоит. Ну, пусть стоит и травится. Нужно кучно, чтобы они здесь стояли, пробивать броню. Тут овердэмэдж. Отбор слабых пошел. Раз. Я не хочу сюда приходить. А, он не доходит. Тогда норм. Троечка, броня и удар. Хорошо. Как они работают? А, прекрасно вместе. Может быть, мы эту связку сохраним. Да перестань ты мою лошадь там терроризировать. Вот пес. И никто, главное, ему ничего не скажет. Урса должна подойти сюда и закинуть шлак вот сюда вот. Не уверен, что достанет, не достает. Значит, атакует просто по броне пока что. Раз, два, три. Держится Больверг, потому что Фолька его щитом прикрывает. Здесь наконец-то появилась возможность отойти от этого гада. Травим его, чтобы он сдох. Наконец, следующий ход свой. Тут можно восстановить броню. Вижу, что подходит опасно. Может подойти вот этот товарищ. Я отойду. Отойду и что? И все, больше ты ничего сделать не можешь. Только ремонтируем. Кого? Понятно, кого. Ну, он там отравлен на троечку, то есть там девятка будет по урону. А, вот он нашел. Ой, дурачок. Так, этот умрет. Здесь все еще хочется пострелять по броне. Так, чтобы не подходить к двум опасно. Вроде справляемся. Я не хочу сглазить, конечно, но вроде справляемся. А, вот это плохо. Вот сглазил уже, сразу же. 11-5. Этот опасен? Не, этот не опасен уже. Отбор слабых? Отбор слабых, раз. Этого нельзя пробивать. К этому нельзя подходить. Это сейчас будет ходить. Ты к этому и не подходишь, Вась. Уверен?
2-1, 2-1, 2-1, да, уверен. Поэтому пробивай. Не думай. Хорошо. Так. Хорош. Этот умер, хорошо. Кто там следующий? Опасный враг. Опасный враг, хоть и травится, но опасный, потому что меня Урса не держит удар. Это когда не очень скоро. Мне кажется, что нужно Урсу просто прикрывать. Подходить, дудеть и прикрывать просто половину урона. Хотя единичка, хрена с два, она там нормально поглотит. Так, Урса может пожечь напоследок. Закинув, скажем, как хреново там. Да? Не, почему хреново? Вот точка, которая жжется великолепно. Все, нашел, молодец. Эти нейтрализованы, осталось вот этого шатнуть. Да, легко сказать. Ну, я травлю, но этого не хватит, кажется. Урсе восстанавливать броню смысла особого нет. Подходим просто с руки, пробиваем вот так. И что, Урса минус получается? Или мы сможем кентом как-то помочь? Ой, там Боливер первым успеет. Там никто не горит, не нужен троечкам. Давай. Прям с фанатизмом как можно сильнее. Снимем, яд снимет, он броню мне не пробьет. Все, 5, уже по девятке, уже никак. Здесь можно перегруппироваться, можно боливеркам раз на раз пойти. Я думаю, что стоит это сделать, потому что банально боливерк прятаться негде. Да и он должен справиться. Подходим, бьем. Хотя может и не справится, блин, потому что... Нет воли и... Ёпер СТ. 1-2-2-3-2-2. Кого бить? Тебя резона мало. И так-то тоже особо смысла нет. Давай, добиваем это вот ради воли, Роги. Этот умрет. Я не помню, какой у него уровень яда. Троечка или двоечка. Мне казалось, что троечка. Но я в любом случае ему единицу сейчас сниму, и он умрет. Здесь добиваем. Даже, наверное, вот так. Хотя у него яд, я опять сделал чушь. Здесь было бы неплохо свалить вообще-то. Но нет. Я лучше пробью. Ай-я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 й
срочно. А чё срочно-то? Ты уже все поиграл Вольверком. Кажись. Восстанавливаю броню, но у него больше урона, чем у меня. Ну и не достаю здесь никак. Прикрыла, умничка. Вот это, конечно, жесткое сражение было, ребята. Но мы с вами выстояли. Мы с вами смогли с не самой топовой командой, мягко говоря. Мягко говоря. Не только никого не потеряет, но и убить двойную волну врагов. Победа!
пыль взяли. Да, БГГшник, ты коврик пропустил. Ну ты находился там с этим, с... писал. Жалко. 18 славы получили. Еще 10 славы за победу. И количество перезагрузок плюс. Уже 4. Второй уровень. Хорошо. Разбойники желали забрать то, что не принадлежало им. Потому-то они были разбойниками. Да, вы должны были умереть. Очень быстро читает, конечно. Ух. Так. Отталкиваемся от того, что хоронить мы будем постепенно людей. Отбрасывание при атаках силы выше 5. Плюс 2 брони. 2 единицы брони. Фолька пошла броню брать. Отбрасывание мы... Дейдру, короче, сбагриваем. Оставляю. Скорее всего, оставляю. Пока оставляю. 33 славы. Куда? Я бы, конечно, сразу же бы взял котлетку, но мне не хватит славы. То есть мне нужно реально сейчас начинать хоронить и сбагривать предметы. И глядишь, к 10 уровню у меня появится олетка 6 уровня. С нубасом Алео. Или как его там звать-то? А он вообще у меня есть? Алео, да. Поэтому, скорее всего, я оставлю пока что эту бригаду. Дейдры будем потихонечку сплавлять. Сбрасывание при атаке силы выше 5. Поехали. Че я славу не потратил? Блин, и тут такой замес дикий. Куда я тороплюсь вообще? Тут мега сложный бой. Я его дважды переиграл в прошлый раз. Это жопа. Так, у нас есть Боливерк с одной стороны. Что-то я туплю уже, стою, ничего не делаю. У меня время-то идет. Ладно, есть поджог, есть АУЕшка какая-никакая. С богом, друзья. Есть костер еще, вокруг которого можно как там плясать. Блин, там Боливерк реально врывается и просто ушатывает. Желательно, чтобы подошли вот эти вот упыри еще. И подержаться по... Поснимать у них шлаком. Да, вот так вот, хорошо. Так, этого товарища можно и нужно травить. Самый плотный, то есть это топовые товарищи, травим. Копейщики еще мерзопакостные. Помню, что у нас есть с вами возможность... вжухать молнии. Тут много мелких целей, они часто будут вставать в шахматном порядке. Нельзя упускать такую возможность. 3 лучника. Я даже, наверное, пригвоздил. Но я не хочу Боливерка блочить. Поэтому чуть-чуть поближе. Надо было проверять, конечно, добегут, не добегут. Лучницы уже идут, добегают, стреляют Боливерка. Снимает броню. Боливерк может ворваться. Минус лучница, минус этот. Но можно сделать... Вы понимаете. И не подходить дальше к лучникам. И не подходить дальше к тем. Да, пока что мы ожидаем. Фолька прикрывает. Сейвер! Ой. Кайф. Так, будем ли урсы поджигать? Хочется очень поджечь. Хожу. Ну, это подстава урса такая, очевиднейшая просто. Но тут лучник и копейщик, как бы, еще горим. Отравление горит. Минус конь. Горит. Эйвент нельзя терять. Эйвент отступает и накидывает броню. Сколько у него там? 8. Нормально, хватит. Урсу сейчас штампанут, скорее всего.
не доходит. Раз, два, три, хорошо. Стреляет по Урсе, скорее всего. Вот оно. Так, здесь. О, здесь раз, два, три, четыре на Больверка. Больверк, а, еще на пять. Вот сюда нужно молнии фигарить. Я бы ушел сюда и начал простреливать лучников. У меня есть броня, у меня есть такая возможность. Только я начну... Начинаю не с той, к сожалению. Броня мне помогает, не помогает. Ладно, простреливаем так. Раз. Эта подруга стреляет минус-минус, но может Урсу пробить мне даже с учетом таких броней. Нет, она... Хорошо. А, прорваться или нет сюда? Коня своего за мутыжу. Не стоит прорваться. Больверк вообще ничего не делает. Или он подойдет и слабых... Да, давай сюда так. Отбор слабых, поехали. 4, какой там урон? Какой урон обычный? 7. Отбор с каким штрафом? 2. Нормально, поехали. Так, а, я минус 1, я думал 1. Следующий отбор слабых. Или просто атака, сейчас посмотрим. 7, 9, это просто атака. Двойная атака, работаем. Раз, два. Здесь надо будет... Раз, два, три, четыре, просплэшить. Кто будет ходить? Это будет ходить. Эйвинда, может, надо прикрыть, надо прикрыть. Урса убьют. Блин, жалко ее. Нет, на, хорошо! Сохранилась штука, типа, жух-жух-жух-жух. Урса может зажечь. Кого мы зажигаем? Мега опасный, мега опасный. Или просто убегаем? Просто убегаем, не хочу терять Урсу. Травится, подходит к Эйвинду, пробивает. Блин, поломал он все мне тут малину. Эйвин, конечно, может сделать раз-два, но это уже не то. Хотя, что не то? Это то. Самое но. Там Больверк должен справиться с двумя верхними. Раз-два. Раз-два. Хорошо. Хорошо, выстрелился. Тоже выстрелил. Этих будем жечь, этих будем кайтить, этих будем травить. Канари пытается... Или даже вот так сделаем. Этого пригвоздим, потому что он самый опасный. Лучница горит, особо не угрожает. Три урона, это ничто. Жду Больверка. Больверк, отбор слабых. Минус лучница, минус этот ориентировочно, да? Слава есть? Слава и в роге есть, и там есть, хорошо. Подходим. 7, отбор слабых, раз. Пятерочка, дальше подходим, шестерка, здесь 4, надо будет с фанатизмом это сделать. Подходим, так. 6, 4, да? Раз, два. Соответственно, у меня минус 2, делаем 2, 4. Хорошо, 5, не то сделал. Есть еще двойной удар. Кто? Любой. Эти опаснее, почему? Нет, там спасаем. Там спасаем. Что я несу? Я вообще такой собранный, капец. Так, этого пригвоздили, пофиг, он Больверка не пробьет. Поэтому давай-ка пробивать этого хорошенечко. И надежда, что по нему ударим. Нет, по нему не ударили. Здесь мы продолжаем танковать. Этот Больверка пробьет немножко, чуть-чуть. Здесь зажигаем... Нет, не зажигаем. Просто по броне бьем, к сожалению. Или просто надо было убегать, надо было убегать. Поторопился. Этот травится, но сделать ничего не может. Эйвент, скорее всего, восстанавливает броню у Больверка. А ты с места не можешь? Может, восстанавливаем. Держимся. Этот по Больверку атакует, потому что он пригвожжен. Этот бежит, тоже по Больверку. Хорошо. Значит, сейчас у нас какая ситуация? Снимаем броню. Вообще надо было хп снимать. И Больверкам надо уже было отбор слабых. Десяточку. Не может он отбор слабых делать. Короче, атакуй этого, чтобы гарантированно... А, это верхнего убьешь? И верхнего тоже гарантированно. Он опаснее, причем у него 10 брони. Раз. Хорошо. 6-4. 11. Добегаешь до кого? Ни до кого. Wait.
страшно. Четверку пробиваем, пофиг. Блин, справился с первого трая, но это Больверк, он против мелочевки очень хорош, конечно. Так, раз, два, Эйвен тут с молнией хочет, прям очень хочет жухнуть. Жухает. О, Силазар! Ребята, я хотел бы отдельно поздороваться с Салазаром. Мы встретились на стримфесте. Это такой тролль, просто такой тролль. Привет тебе. Я уверен, что ты сейчас сидишь, опять улыбаешься, если не ржешь откровенно. Такой дядя. Причем серьезный, взрослый, лысый. Там все нормально. Ну, прям... Так, отбор слабых уже не пойдет. Да-да-да. Фигово, что-то я атакую, на самом деле. Сейчас опять будут эти 7 хитов, не нужны абсолютно. Слушай, а может все-таки зажечь этих упырей? Ну реально, тут просто снимать всю эту броню... Удовольствие сомнительное. Не надо было вторую делать. Вторую славу тратить. Потому что они и так как бы ушатываются. Легко. Раз. Два. Зря подошел опять к берсерку. И сюда не надо подходить. Ой, победа. На 5 уровень статуэтка. На силу, кажется, там и на крит. О, я уж думал, солью здесь. Потому что... Ой, мы же еще похоронили коня. Прекрасно. Слушайте, а может сейчас возьмем котлетку, а? Может нам хватит? В глубине лесов у Варла на рогах укрыться было уже негде. Что бы это значило? Да, сейчас опять стримфест вспомнил, так хорошо было. Уклонение от атаки силы и плюс 5 силы. Хороним вместе с предметом коня. 14 нам дают. Слушайте, а мне может и хватит. 57. Господин Ну поддержал на 500 рублей, сообщает Михаил, доброе утро. После того, что произошло на стримфесте, моя совесть не позволяет мне остаться синевиком. К сожалению, не нашел, как отправить тебе свою совесть, так что придется отправить деньги. Спасибо за стримфест. Ох, спасибо тебе. Да, стримфест получился хорошим. Экономически минусовым, но эмоции, они бесценны. Good game, good emotions. Так, от кого мы будем избавляться дальше? Я бы Эйвинда оставил. Он вот в связке с Боливерком, с Фольки работает хорошо. А вот Урса идет под нож. Если мы берем сейчас котлетку третьего уровня, я не знаю, хватит ли мне на нее. Но она с Overwatch'ем сравнительно бесполезна. Хотя нет, давайте посмотрим сначала, сможем ли мы ее прокачать до шестого. 7, 9. Все, смогли. Overwatch. Изява. Берем Алео. Все. Еще 18 славы остаются. И начинается эта тема с Overwatch. Плюс еще есть у нас Больверк и Урса. Последовательность какая? Алео, Алета, Больверк, Фолька. Конь, огонь. Котлетку до седьмого. Котлетку до седьмого. Уверен? Нет. Да. Но седьмой у тебя же не будет Overwatch плюс один. Но зато ты будешь ближе к восьмому, Вася. Плюс вероятность получить хороший предмет. Итак, что мы делаем Алетте? В первую очередь сила до максимума. Максимум брони. Пробитие единички и все с силу воли. Никаких дополнительных обилок, ничего не делаем. Все. По предметам. Плюс 2 силы. Берем 5-го левела, естественно. Алео, ну бас. Что берет? Ничего нет, ничего не берет. Все готовы?
а на встречу завтра с утра решил не оставаться. Нет, 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 нет. Там и... Я и так день потратил. То есть я пропустил квалификацию Росбрейновскую из-за того, что решил остаться с... пообщаться с друзьями. Вот, поэтому... И уже когда возвращался, уже Росбрейн начинался, я был в пути домой. Так я еще бы два дня потерял. Мы на встречу с стримерами отправили профессионала Леонида, который занимается у нас рекламой. Поэтому... А, стримеры всегда могут, если что, написать. Чего. Правда, я столько новых стримеров, особенно там каких-то... Ладно, не будем. А, хорошо, алео, алето, уже выходим на имбу. Урсайтом? Точно. Забыл. Игриня, переподписан 6 месяцев. Игриня, спасибо тебе. Окей. Так, Алета уже должна принимать. Я думаю, что нужно расставить таким образом, чтобы Фолька прикрывала и Алету этого. Конь у нас фришный. Этот подальше. Поехали. Делаем сразу? Нет, не делаем сразу Overwatch. Лучники не доходят, а эти тоже не доходят. Нормально все. Тетя, 10 славы. Че ты? Хотя бы на единичку. У тебя только единичка и есть. Вообще не надо было сейчас экономить. Вообще не надо было экономить. Так, Боливерк готов вытанковывать. Этот ходит. Этот ходит. Достанет, значит. Не, не готов я вытанковывать, значит. Этого стрелка. Я подойду, броньку ему покоцаю. Этот опасный. Он опасный. Даже, наверное, его стоит немножко покалечить. Чтобы он не с места не, с места не двинулся. Хорошо. Сейчас уже кучность пойдет. Так, угла нет, поэтому улыбаемся. Но, мол, не надо шандарахать, конечно. Чем кучнее, тем лучше здесь. Ой, как там они стоят шикарно. Так, вдохновляющая речь, раз. На немецком говорит, сразу соколик вспоминается, PUBG. Так, этот будет сейчас ходить уже. Вот это плохо, потому что... Мне бы на самом деле котлетки спрятаться. А этого упырята, ладно. А, он не подойдет ближе. Все равно давайте наблюдение ставим чуть Алету назад. Я не уверен, насколько он подойдет. Надо было проверять момент. Пробиваем его неплохо на пятерочку. Он пробивает, но по броне. Ну, сейчас вопрос к Больверку. С одной стороны, вроде как можно и подойти проатачить. С другой стороны, мне достанется в любом случае. И я не хочу опять Больверком врезаться. Пусть лучше Фолька принимает. Ее мы, по крайней мере, можем... Да, стоим под защиту, восстанавливаем броню еще. Хотя тут сплэш есть. Раз, два, три, четыре. Четыре под сплэш, как минимум. Ой, хорошо. Под молнией имеется в виду. Главное не зафейлить с этими, с... Не, давай-ка лучше мы тогда вжухнем по вот этому упырю. Мне лучник не нравится. Как человек. Давайте травим. Оп. И тут уже разбили строй. По Больверку отражение. Ну, бывает, да. Здесь в любом случае мы делаем ремонт на Фольку. Только без перегрузов всяких. И еще подходят. И еще подходят. Как они там кучно стоят, а? Толпятся жутко. Вдохновляющая речь. Можно подвести котлетку поближе. Она там... Особо никто ей не угрожает. Сейчас бы она просто уже работала, понимаете? Хотя уже и так близко. Подошли раз. Пробиваешь хрен с два. Чуть сюда. Здесь чисто по броне. Потому что сплэш, потому что как бы, а зачем? Подходит, получает сразу же. Срезаем верхний самый опасный урон. Ой, отталкивает, а упырь. Ах ты гад, а. Ладно, Алетка, в смысле, Фолька чуть назад. Я, правда, таким образом подставляю коня. Но конь нормально. Он умудряется ходить первым. Бьет по броне на такое. Неважно. Это тоже неважно.
Тут раз, два, три вижу молнии, шандарахает хорошо. И я пользуюсь возможностью и вжухаю по этому. Раз, два, три. Тем более попадает под удар рейнджевик, который не отравленный, и у него сносится половина хп. Кучкуются враги, против драгов, конечно, проще всего воевать в этом плане. Им противопоказано быть вместе. Овер. Братское сердце с прошлого феста, есть фотка с Росбрейном. Отлично. Да, я вспомнил теперь. Но в этот раз мы побольше пообщались. Хорошо. Не вижу вообще никаких проблем тут пока что. Больверк и хорошо броньку пробивает, и котлетка хорошо стреляет, и есть для Польки, она, видите, двойную роль выполняет. Она и котлетку прикрывает, и Больверка. Очень важно. Угу. Так что тут тима получается даже лучше, чем в прошлый раз пока что. Раз, два. Подходит выстрел. А лету на второй Overwatch, конечно же, буду качать сейчас. На вторую, возможно, даже на третью. Потому что ей, конечно, вот этот плюс единичка урона, она важна. Гарантированно урон имеется в виду. Она и так-то ДПСит по топовому. До коня добрались. Тут пока самое слабое звено, если честно, это конь у меня. Хотя я понимаю, что она вообще молодец в прокачке, что она дает контроль, что она пробивает бронированных, но... Но посмотрите, что делают остальные. Даже не в плане ДПС, но тем не менее. Ладно, заходим, начинаем уже вжухать. Отбор слабых рас. Отбор слабых два. Пробивашки сюда два раза по 5-3. Фольверк тоже умеет. Его, главное, продолжает прикрывать Фолька. Вот в чем дело. То есть скашиваются все вот эти вот темы по урону. Там, правда, самый жесткий товарищ так и не дойдет из-за того, что у него его заблочили немножечко. Но... Хорошо, в общем-то. Пробиваем у самого жесткого брони. Конь не синергирует просто для старта. Не синергирует. Просто по лицу тут пробиваем, чтобы брони было поменьше, чтобы Алета хорошо по пробою стреляла. И конь, кстати, довольно серьезно теряет в темпе после... Ну, после... пятого, наверное, уровня. Потому что у нее обилка не добавляется на шестом. Она изначально обладает этими обилками. В отличие от всех остальных. Вот, и... Ну, это тоже можно... Можно разуплотнять людей. Это раз. Давай так, сначала пробьем. Четверочка, да? Тут шестерочка. Нормально вроде. Даже смотря на штраф, мы пробиваем. Что творит Больверк, да? И он, кстати, очень хорошо подходит именно к Олетке, потому что начинает... Он, с одной стороны, не ДПСит, ему опасно ДПСить просто, особенно на хардкоре. Вот, но добивает он лучше всех остальных. Колк Максвейн, спасибо. На 100 рублей сообщает, Миша да. Будет, может, папк сегодня. Сокол готов и рвется в... Будет сегодня папк же, будет. Но чуть позже. Мне очень, конечно, нравится пока что вот эта вот наша компашка, которая собралась, такая бравая. Да. Вместо коня можно брать человека, которому будем отдавать, потому что все остальные, они как бы в группе. О, на пятый левел. Кажется, на пробивание колокольчик какой-то. Она по параметрам тащит. Да, у нее там 12 армора, 16 силы, и все остальные там хороши.
Мне кажется, сейчас не хватит, к сожалению, славы. Всего несколько домов, несколько заслонов. Но те, кто там был, казалось, ненавидели всех, кто снаружи. Кажется, сейчас уже пора сбагривать предметы. Ненавидели достаточно, чтобы бить. Во-первых, у нас у Урса остался предмет. Предмет какой? Бритва хорошая бритва. Плюс 2 броня. Вот эту пыль можно убрать. Воля при отдыхе сразу бы Эйвинду, но он на 4 уровень. Ну, а Лету я не могу прокачать. 17 славы только следующий. Но надо. Надо копить славу на котлетку. Брони при отдыхе. Плюс 2 привлечения агрессии. Плюс 1 силы. Отдал бы, конечно, Фольке. Привлечение агрессии для нее это просто топчик. Но пока рано. Не 5 уровень. Хорошо. Хорошо. Мы отдаем, получается, тогда Урсу сейчас. Убираем коня 5 уровня, к сожалению. Отдаем... Отдаем броню, убираем у Фольки. Увы. Не, давайте Фольку лучше до 4 прокачаем. Чтобы она... Ой, какую Фольку? Эйвинда. Эйвинда ли? А зачем тебе Эйвинда сейчас качать до 4? Ну вот зачем, скажи, что ты несешь? Все тебе нормально. Поехали. Отдавать Урсу, она же хороша. Оставь пока, будет на всякий случай. Вообще да. Тут опасный, кстати, момент, но Берс очень хорошо может зайти в эту всю гущу врагов. И рейнджевики тут тоже, кстати. Надо только понять, как вообще тут сражаться, блин. Ставить вплотную эту подругу. Этого ставить наверх. Это вообще далеко. Урс тоже подальше все-таки. Она... А нет, она будет зажигать от этих троих. Хорошо, поехали. Вдохновляющая речь. Мега опасные лучники, конечно, против определенной пати. Сейчас просто лучников расстреливают у меня. Да, я же здесь Эйвинда потерял. Я к Фольке подхожу и овер сразу жму. Сразу стреляю этого. Минус Эйвинда. Почти. Плохое место. Сюда надо прорваться. Раз, два. Мне нравится то, что я тороплюсь. Снова стрельба. Палеть. Может быть, и защищать надо было. Все неправильно делаем. Так, здесь зажигаем, да? Хорошо, зажигаем троих. Устойчивость. Добежал хорошо, Overwatch на устойчивость. Ага. Ну что Эйвинду делать? Эйвинд умирает. Но прежде чем умереть, он бахнет какую-нибудь лучницу. Просто какую? Это быстрее будет ходить, да? Не, лучше левую. Может, не хватает. Ой, может перескочить! Ой, через эти же перескакивает. Кажется, мне там никого нет. Ладно, раз, два. Ой. Вообще сюда... Overwatch, хорошо. Опять по кому-то стреляет из наших. Нормально. Это подходит, даже горело неплохо. Ой, еще единичка, хорошо. Держись, держись, держись. Каждая единица важна, потому что 7 брони, все, и не попадают. Так, раз. Так, два. Надеюсь, мы справимся в любом случае. Тут поджечь троих надо будет. Вот это самое главное. 7. Ай-яй-яй. Сейчас еще лето протрачу. Уходим сюда. Тоже овер. Ну! Ага. Прострелили хорошо. Пятерка с... Нормально. Так, Боливерк этого упыря вжухает. Раз, два. Раз, два. Хорошо.
Овер. Хорошо, двоечка. Сюда же еще нужно прыгнуть. Держитесь, ребята. Хорошо, держимся. Фолька должна вот сюда, наверное, встать и прикрыть пацану. Сюда поджигать нужно четырех. Это еще горит. Как же Урса жжет, а? В прямом смысле жжет. Блин, держись. Подходим. Шлак вот сюда. По четверым арчам. Ничего себе, ничего себе. Вот это ура. Вот это. Блин, опять он там проснулся. Здесь мы держимся. Так, а если сплэшем молнии, как там оно будет? Раз, два, три, четыре, пять. Я же тут могу просто все ушатать. Шесть. Если начать. Раз, два, три, четыре, пять. Сюда перещелкнется, пофиг. Да, тут Эйвен топовый. Раз. Отсюда начинаем, да? Отсюда начинаем. Давай, с фанатизмом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Давай, правильно посчитал? Да. Ой, Бульвер, Бульвер, извини, 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 извини. На этом трансляция по Баннер Сага завершена. Увидимся с вами завтра вечерком, скорее всего. Сейчас будет немножко PUBG. Ура, PUBG, говорит Спейд. Спара есть на шестой с такой же обилкой. Но я думаю, что мне проще будет... Да. Беда. Мне нужно будет сделать стоп-старт трансляции, друзья, потому что PUBG 60 FPS, все дела. Не пугайтесь, сейчас стрим возобновится.